нормальная управляемость? Стрейфит хоть немного. А что, уже обнова пока прошла? Нет. Не было еще обнова. Ну там что-то показывали, спину... гусеницы просто чудеса творят на этой обнове, не знаю, что будет. Ладно, смотрим. Да, мало. Я пытался войти на тестовый сервер. Ребят, ну Левик, в принципе, фуфло у них, честно говоря. Вот эти вот опасные. Собаки нет. Тоже. Я думаю, должны сейчас их вообще в лёгку. Забирайте собаки. Тогда вот этого пулеметчика первого. Или нет, давайте на Лёва, на Лёва все. Лёва? Ладно. Костик, я ты говорю, за вами едь... иду, нет, иду. Да, нет, не, Костик, едь... вами, нет, подожди, Костик, ты едь прямо по ЖД, по центральной улице, мы по правой обойдем, а ты по главной едь, потому что у тебя шкрафт-то медленный. Пока ты доедешь, мы уже за это время дойдем. По центру прямо. Совсем он уже медленный. Ну 60 едешь? А, ну это вообще отлично, отлично, а я думал, он тебя за всеми. Ну давай я за тобой пойду, я так пошел. Так, спокойно. Ух, хорошо прикрывано. Давай, Костик, сразу на Левика напади, заагри его. Или можешь расстояние. Так, подожди-ка, я чуть-чуть обгоню тебя. Не, мне нравится вот этот твой крафт вообще. Так, вот они. Бьем, Костик, назад давай. Так, давай, должен. Опа, меня поскольку. Я его насилую. Так, меня кто-то тут жрет, блин. Ребята, вот сейчас помощь нужна очень, пожалуйста. Мне бреет. А я все, я лысый, я без пикапы. Без пикапы. Ну и тёпки сутки. Короче, все, мы это сожрали, все нормально. Да? Тогда мне помощь нужна. Меня собака просто распиливает, спереду зашла, пока все это. Что-то я в этот раз плохо зашел. Ну давай, Лёв, я только хотел предложить, короче, свою помощь, типа давайте... Давай, мне походить. Очень помощь нужна. Ладно, ясно. Неудачно зашли, ладно, короче. Тебя. Лёва сожрали, надеюсь? Красный, это, помоги Бориске. Да, у меня управляемый ТЖ. Ой, уверен, дай. Всё, ребят, я пустой, вообще пустой. Ну что? Неуправляемый. А давай ты тут нам осталось, давай. Выйди из конференции этой. Пустой, ребят, вообще пустой. Тут... Короче, я пошел на этот сейчас. Неудачно. Блин, как бы мне доехать до него. Давай, пробуй. Пошли пока нас. Давай, короче, это знаешь, что можем по этот. Мандру либо зажать и рядом с ней просто встать. Да. Давай на захват тогда. На захват пытайся доехать. Да, она разбомбит. Давай быстрее, он пошел на нашу эту. Ставь на базу. Я иду, если дойдешь. Только в режиме ног вижу колеса. Так, я на базу встал. Давай кататься по базе тогда будем. Я попробую доехать. Нет, ты хочешь на нашу встать? Нет, ты лучше берешься, давай по числу возьмем. Я сейчас полоску заберу и где-нибудь прятаться буду. Давай по числу возьмем что-то. Он к тебе да идет. У меня есть, и заряды есть, и как бы мне доехать до него. Так я не могу. Я понял. Сейчас, все, я единичку взял. Тогда все, я побежал прятаться. Так, а где он где-то? Он возле базы. А, он вернулся, что ли? Все, я без движения. Он ребят. Со стороны рельс, вот по центру базы, по центру своей базы. Ты можешь, ты в живых лучше останься, ты его все равно не догонишь, он на колесах. Я попробую не доехать. Да. Ты старайся в живых оставаться, если он на захват встанет, ты тоже на захват иди. Он пока меня добивает. Он на нашей базе стоит сейчас. А у него патроны походу кончились, смотри, бодает. Ну отлично, все, красный, в живых просто оставайся. Да. Не сделал. А нет, он меня из-под крыши вытащил. Все, он к тебе идет. Да, Мандрагора, не зря он. Не, Костик, надо было тебе позже зайти. Зря я тебя раньше пустил. Да. Меня сзади уперся кто-то. Нет, ты на нашу базу. Да. Если там он собака, будет... наверное. Нет, там не собака, там этот Мандра. Смотри, если он, короче, на нашу базу пойдет, нет, ты не давай ему захватить просто. А он выпилился. Ну, понял, то, что самоубийца. Он понял, что он просрет, дружится.
Так, пошли обратно по ЖД, только тебя поаккуратнее зайдем чуть-чуть, не так, как мы зашли. Вот, давай я тебя прикрывать буду сзади, я просто их накидываю. Отлично, отлично. Потому хорошо. Что морда у меня твердая, а жопа мягкая. Я как паук. Хорошо, хорошо. Все жизненно важные органы у меня спереди. Отлично. Потому жопу это нормально, то не страшно. Да, поехали. А вот уже морда это самое. Это перейти будет для подготовки. Ну что, заходим, да? Да, уже давно заходим, ты что? Все, все. Сейчас у них сдуется, Лёв. Давай я Лёва бью. Лёва забрали. Давай ну, вот этих понял. Заберем, кто рядом остался. Собака! Сейчас заберу я потом. Лёв, да я ты короче. Я сейчас пошел в Мандрагору эту заберу, чтобы он тут не катался. Так, с инвиза нечем выбить. Давай сейчас эту мандрушку заберем, чтобы он больше не тусил. А, там еще это, там еще пулемет остался. По-моему, рядом с вами, ребят, пулемет забирать его, мы с красным на мангору пошли. Давай красный, я ему сейчас на перерез пойду. Да, ты еще. Какой он, блин, вредный этот Мандрагора. Знаете что, давайте, короче, на захват станем, не будем за ним. Хотя нет, надо мандру забрать. Все, можем на захват, вставайте на захват, не надо за ним гоняться, че он. Так, я выбиваю его, он где-то здесь посредине. Да, на захват быстренько встанем, заберем ее, да, все, еще в четвером за 5 секунд захват идет. О, подожди. Вот, сейчас, я к тебе вот сейчас пойду. Меня убил. Он не сделал, он не сейчас выпилится, он ничего не сделает, он не понимает. Да я его так пугаю. Снизу выбила. Нет, он там же, вон, там же он летает, там же, на том же месте. Сейчас с другой стороны заходит. Вот он. Да, все. В принципе, неплохо. С колесами получше, конечно, кататься. Еще бы вот доделать еще. 4 штуки. Ну ладно, первая победа. Теперь можем не спеша играть. Пойди, вот знаешь, можешь... в чем это? Прикол, надо ходить в понедельник, в четверг и все выходные. Да? В понедельник там до 120, к примеру. Ага. Или до 130. В четверг еще немного. И в субботу выходные уже прям совсем добрать. Да, можно, тоже хороший день. Я уже товар ведь раскрафтил. Про такой вот это любит говорить. Круто, по ты типа одного, вот да, скрафтил? Ну, один уже готовый, но... Хорошо, хорошо. Не хватает денег, пока я... не хватает. Ничего, ничего, не переживай. Главное, что ты уже в этом направлении идешь, уже хорошо. Ну, пошли, пожидаешь. Смотри, смотри, у них крафты одинаковые, по 7000. А они что, думаешь, рашить будут? Ну-ка, давай-ка постоим первый бой, потому что они сейчас поедут, скорее всего. Слушай, Андрюха, а может ты этому Алексу скинешь свой крафт? Когда он будет в сети. Я думал, это... Он же на гробашах тоже катается. Сейчас посмотрим, если... Он... Ну, если не пойдут, попозже пойдем нападать сейчас. Посмотрим, как, какой у них стиль. Только далеко не отходите. Ребят, ребят, назад, назад. Сильно... Центру они у себя на базе трутся. Че, едем тогда или че? Написано четвертый, ну, поехали, заберем. Ну, они простреливают. Я их вот-вот показал, один. Вот они все. И все там. Отлично. Ну вы сразу не заходите, сейчас мы зайдем с Костиком сначала. Вообще лучше разом заходить всей толпой, тогда они не теряются. Тогда давайте я... Давай я первый пролечу, а вы сразу за мной. Только все, ребят, не тормозим. Вот теперь идем, быстро-быстро идем. Успеваете? Нормально. Успеваем. Все, я на них вышел. Вот теперь помогайте, сильно помощь нужна. Давай как?
О, красный красава вообще прям алюзор. Давайте, давайте, забираем. Вот, я, ну, я паука кидаю этого большого. Забираем, забираем, сейчас я помогаю вам. Ты про такой левик говорил, вот, который против нас сейчас играет? Да-да-да. Ну, пожирнее нам. Ну, больше, чем 8 тысяч там сейчас не сделаешь, там деталей конструкционных не хватает, понимаешь? Если больше, чем тысяч, больше, чем 8 тысяч хп? Да, ну там максимум до 9 доходишь. Не, ну, ты как бы видел у него... Его, как я свой переделал, я на днях уже скоро переделаю свой. Я так думаю, да, до следующего четверга. Поехали, заберем их, раз они такие. Удачно зашли сейчас, прям вообще удачно. Красный красава, прям вот вписался в него вообще. Грамотно зашли. Давайте сейчас первого Лёва все на него загримся. Поехали, поехали. Ух ты, ты, Андрюха, первый не заходи. Смотри, они на респе. Борь, я буду атакить того, кто все будет. Быстро, 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 идем, идем. Так, выбиваю с инвиза, прожимаю эту эгиду и захожу на них. Сейчас я объеду с этой стороны, зайду на них. Держитесь. Я пролетел нечаянно. Все, сзади захожу на них. Тут ховер отбился. Стреляю, стреляю по нему. Ой, меня сзади падает. Меня западает. Держись, держись еще. Меня Лёва сзади западает. Все, я Лёва бью, давай. Да, надо было сразу залетать. Я что-то забыл. Давай. Загри, загри лучше. Чтоб он на тебя стрелял. Да, отлично. Все? Да, все. Нет, мой Лев вообще на самом деле очень злой. Я вот его немножко доделаю, чтобы он управлялся получше. Брони понакидаю. У меня там детали вроде открылись какие-то новые сейчас. Ты моего больного льва смотрел, нет? Нет, хочешь, выпустим разок. Давай посмотрим, что он из себя представляет. Ну все, после этого будет, тогда выпускаем. Могёт что-нибудь делать, могёт. Самому любопытно. Еще они как бы все такие, они некоторые ущербные, реально. Ну как вот этот на миниганах, да? Короче, блин, это сильная пачка, давай здесь дефим. Вот так к стенке, к задней прижимаемся, к самой задней. Если будут выманивать, вы не выманите. А? Они быстро побреют сейчас. В считанные секунды вот эти меня побреют. Даже гида не поможет. А уравнить? Бы да, там сосиски, но если сосиски оружку если не тебя, то там можно реально. Вот здесь давай встанем пока. Потому что я Максим. Смотри, чтобы они вокруг нас не ездили. Только если они будут выманивать, вы не выманиваете. Сейчас у них Левик первый поедет, начнет выманивать, вы за ним не гонитесь. Потому что вы за ним погонитесь, он вас там съест, а я даже доехать не успею. И Андрюха назад к нам сюда подтягивайся. Что, не, нет, все едут. Не давайте фокусить меня им. Вон они заходят. Заходят. Только не перекрывайте. Я прям в эту кучу стреляю, осторожно, ребят. Да. Быстро разобрали. Давай, ребят, сейчас побреют. Подожди, 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 сейчас. Помогай быстрее. По хпшке-то выдержу, а ручку с ним собреют. Вот это вот. Забирай безоружного. Да, да, забирай правильно. Все, я думаю, если я с оружкой поработаю еще немножко, получше ее расставлю, она получше будет стрелять, чем сейчас. Вот, сейчас также ждем их, ждем. Только не высовывайтесь сильно, не высовывайтесь. Красный вообще пятнадцатый. Давайте также прячемся. Теперь они точно приедут. Да против таких так и надо. Против таких вообще никакого варианта нет другого. О, тут камерки есть, трактор камерки. А я вот так встану.
Главное спереду не дать ему, чтобы он меня спереди не обошел. Под низ, кстати, можно одну оружку кинуть, чтобы она влево-право стреляла и взад тоже. Я лапу подвину назад чуть-чуть. Идут. Отлично. Не выезжай, только не выезжай, Андрюха, не выезжай. Не выезжаю, я... Смотри, они меня, быстрее закройте меня закройте, ребята, они все на меня идут. Фокусят прямо сильно. О, отлично. Лёва, берите Лёва все. Давай, я прям по нему хорошо зарядил. Да, держитесь, кого убили? Раз. Короче, я к вам еду уже. Давай, Лёва бьёт. Помогает здесь. Да. Сейчас он уже бьёт. Вот теперь вообще жёстко. Я понял, я понял. Всё, что отвлекается. Всё, давай следующего. Да сейчас ты ещё и всех помнёшь, если... Не закрывай своё оружие. Нормально. Я оружку беру, подожди. Дал ты. Смотри, ты же все. У тебя много оружия, нормально. На, давай. Нет, ты видал, да? Вот как вот вы вначале собой пожертвовали, и благодаря этому, считаю, победа дошла. Я бы фиг один их напишу так. Да ты сейчас четверых завалил. Да, блин, они уже полудохлые были, там ребята у меня как-то обработали. 7. Вот, это хорошая тактика. Давай, чё, Костик, выпускаем твоего Лёва. Давай. Сейчас тебе это... Чё это, как бы... Ну ладно, давай посмотри, попробуем. Чё у него... А чё у него за левик? Не знаю, сейчас... Я готов, короче, давай. Ну посмотри. Сейчас в бою увидим, в бою интересно смотреть. Почему это? Там не успеешь, посмотреть, его уже сдохнется. Меня подождите. Сейчас я маленько... Йоу! Корабль какой-то. Ну ты тогда сзади держись, Костик, накидывай сзади, я тогда танковать буду хпшкой. У меня-то хпшки много, 1005 на полке точно есть, сейчас скажу. 5091. Ну, пятерочка есть, короче, по хпшке. Костик, прожмитесь все. А, Костя, ты в бой-то поехали, в клановый бой? Да. Ты просто обычный свой крафт бери и заходи в клановый бой, у тебя Левик сам возьмется. Туда не послал команду. А ты можешь его послать, он все равно у тебя в КВ возьмется. Я уже так пробовал. Не, я им говорю, команду чуть не в тот бой не послал. Хорошо. Так, Ося, ты сзади держишься, да? Я сегодня одного свечка построил, надо еще одного свечка построить. Надеюсь, нам легкий попался, это фигня. Ага, фигня. Это примерно вот такой у Левиафана. Ага, я фигня. Понял. Так, Костик, забирай Тошика и забирай Левика, а мы остальных заберем. Давай дефим тогда. Здесь по любой. Я тогда пульт. В смысле, мы давать будем? Ну я думаю, да, у Костика Левик, смотри какой. Тут под деф только. Сейчас просто испытаем Костика Левик, посмотрим, на что он может. Корабль. Крейсер, да? Назад, Костик, в самый взад вот туда встань, в самый зад карты встань, вот где красный стоит, за него прям совсем далеко встань. Я сейчас первый удар от Левиафана приму, и ты бей Левика сразу. Прямо Левика сразу бей, я тебя постараюсь не перекрывать. Прострелы делаю. Радар-то есть какой-нибудь? У меня доплер, верик, все есть, как всегда. Лево заходит. Да. Они сейчас с разных сторон зайдут. Да, так, тошнилка идет по прохода. Да, ты на тошнилку не лезь, ты лучше забери кого-нибудь. Верик прожимай. Давай, берем его. Вот верик. Так. Ох, извини, пожалуйста, сейчас. Так, перк даю, давай. Идем, брем, Левик. Давай, подходим. Давай, красный, давай, стреляем. Давай. Блин. Давай. Легкую оружку ему сбивать, слышишь? Вот это для его что. Побыть.
все, я сколько мог держаться. Костик, а ты так где? Да, я вот там. Йо-йо, хочу с тебя. Короче, мальчик мне сразу сбили. А ты не сразу, да, стрелял, когда мы стреляли, или тоже стрелял? Сразу стрелял, вы перекрывали обзор. Понял. Кучи перекрывали обзор. И ко мне сразу собака подбежала, давай кусать меня. Так, давай тогда Левика охраняем. Назад, назад отходим. Так, этот, Андрюха, ты тогда Левика охраняй нашего, чтобы его собаки там не съели. А мы с Красным нападем и постараемся этот, не перекрывать. Ты если перекрываем, ты говори, что мы перекрываем, мы хоть отойдем лево-право, там, говори, куда нам отойти, потому что мы-то вперед смотрим. Чисто за счет Левиафана вытащили. У них там был крушитель, о, нет, этот, молоток обычный, и просто спектр. Ой, там еще была собака, ну этот, шнёк. Я по Левику много дал, по их. Чего наш? Ну, осторожно, обстрел, не попадаемся под обстрел. Обстрел, не попадаемся. Вот он красный заезжает, он. Так, даю первый. Костик, не перекрывай, нормально? Да, нормально. По Левику стреляй. Они за скалой, блядь. Так, выбиваю. Ну они там все. И слева, слева, слева все. Отъезжайте еще. Не высовывайтесь, не высовывайтесь, ребят. За камнями будут прятаться. Пусть, пусть прячутся, заходят, вон они. Вон Левику даю. Так, ребят, вверх раскидываем. Давай, давай, давай. Блин, блин, вот его. Ты живой, Костик, не перекрываем? Да, да. Все, давайте заходим. Выходим, да, да, выходим, выходим. Давай, давай. На Левика давайте с его сначала заберем. Собака прибыла кусать. Я тебе раз помогу, все. А я уже вышел, я уже вышел. А я уже сдох, все уже там. Блин, Костик, я не знаю. Ну, твой лев это уровень моего, когда мы первый раз пошли сюда. Вот помнишь, вон тот у меня утюг был. Ладно, такой, давай на твоем пойдем. Который вжирал сразу. Нет, я понял, где ошибки, да. Стоит на кухне этой секрете. Я переделаю. Давай тогда. В гараж заходи, туда мне это лидерство передай, я свою Левик возьму. В гараж, гараж, заходи, Костя. Где бы не баловался, да, да, да. Почему ты не можешь? Можешь, значит, ты не играешь. Ты меня сделал лидером сейчас? Сейчас, сейчас, сейчас. Все, поехали. Ты не можешь? Видишь, там мало накидать оружки убойные. Там важно то, чтобы твоя оружка дожила до конца, пока тебя вражеский левик обстреливает. Я почему кабину сделал сзади, потому что я боком поворачиваюсь. И смотри, мне вражеский да, левик начинает стрелять. Полубоком, ты кабиной прикрываешь, как на это, как на тапочке. Да, он мне смотрит. Я на тапочке. Да, там суть в чем? Пока он мне стреляет по кабине, в этот момент, короче, у меня вся оружка живет, короче. Я ему сбиваю его шнею оружку, за счет этого выигрываю. И плюс еще, смотри, кабина у меня закрыта отвалами. Алло. Алло, ребят, прожимайтесь, Андрюх, прожимай. Да. У меня, видишь, смотри, кабина закрыта отвалами. То есть сначала он у отвалов хп-шку отнимает, и только потом общая хп у левика уходит. Почему? Плюс три рамы тяжелые. То есть кабина держится за три тяжелые рамы, то есть их он никак не пробьет. И оружка вся от кабины очень далеко стоит. То есть там между оружкой и кабиной расстояние какое-то есть. Ну, как минимум 8 клеток. Так, Лёх. Лёв, кусунчик. Я думаю, надо на центре им бой дать. Поехали, заберем. У нас как бы тачка вообще, чтобы не дефиться. Как бы. Не, мы дефить не будем больше, нет. Мы там дефили, потому что там были тяжелая пачка против нас попалась. Мы за счет дефа только выиграли. Но это редко у нас бывает, что мы дефим. Ребят, по центру идем.
Так, они уже где-то здесь. Ничего не скинули. Давайте вот сюда, ребят. Нет, я сейчас. Только не расходитесь. Значит, надо заходить. Пошлите, заходим на них. Вы готовы? Так, ну я теперь разогнался. Все? Да? Заходим. Давайте Лёва берем. Вот, ребят, Лёва у меня жарит сильно. Я его чуть-чуть пугаю. Видел, что происходило? Пока он мне пытался стрелять в кабину, у меня оружка живет, и я его просто этой оружкой разбил всего сейчас. Ну давай последний раз. Да вон оно сейчас, да он, по-моему, уже все. Да, отлично получилось. Смотри, я почти как Лёвик набрал очков. Ну да. Тут ну, только в 3 раза меньше. Нет, ну то, что ты у тебя, конечно, мощный тоже. У тебя радиаторы нерпы, да, стоят? Две сейчас есть? Да, да. Это хорошо. Улучши. Нет. Улучши нерпы. Там они гарантированно же улучшаются. Я себе две нерпы улучшил. Нет. По-моему, нет. Ребят, я сюда под кораблик идем. Под кораблик. Да, вы старайтесь, ребят, на после нас заходить. Мы с Костиком как на жирах заходим. Да, я понял. Пойдем также с этой стороны заберемся. Все успеваете? Все, я уже зашел, ребят, уже поздно, быстрее давайте. Я бежал на всех парах. Алло, сюда стреляй, пожалуйста, родной. Так, бачканота забрал, ховера забрал, сейчас помогай. Ух ты, больше один. Ну не знаю, сколько выжил, сколько выжил. А вот теперь не сладко. Ошибка была, что я зашел слишком рано, пока вы еще не доехали. Да, да, я не успел накидать, а Лев мне в подкину зашел. Вот это плохо. Короче, пошли тогда, сейчас вместе зайдем. Сейчас опять наша сторона. Давайте вы их отключите, а мы с красным пойдем с другой стороны. Можно. Ну, заходить разом надо. Да-да. Раз, у меня так и получилось. Пойдемте по центру, направо, Костик, чуть заворачивай направо. Они же по любой на базе дефиса будут опять. Ох, извиняюсь, пожалуйста, извини. Да ничего. Так, я вот здесь сейчас вас подожду, пока вы подъедете. Так, все, я жду. Как зайдете, я тоже. Кучка, тут уже. Давай, Костик, со мной заходим. Все, давай, заходим. Трогай. Как он тут у нас? С нашей стороны. Сейчас стреляю сюда. Все, поздно. Ну, надо было вам все-таки за нами лучше зайти. А еще тут непонятно сидит. Ой, меня перевернул под дверь. Алло, вот ты прям сюда стреляешь. Я лежа на боку все стреливаю. Давай, 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 ничего себе, у меня тут война с ним идет. Все, я готов. Я готов. Все, забрали его мы. Ну этого я сейчас точно заберу. Угу. Спасибо. Я тебе говорю, у меня левых сильно мощный. Просто видишь, это важно зайти. Все равно, какой бы лев мощный не был, ребят, команда очень важна на самом деле. Потому что у меня был такой случай, я с рандома набрал ребят совсем, знаешь, таких, кто вообще походу в КВ даже ни разу не ходил. И на своем левике пошел и ни одного боя не выиграл, прикинь. Ну, видишь, первый, который на тебя накинулся, я его уделал. Да, сразу по-быстрому уделал. Там, конечно, и ты помог маленько. Я вот хуй я ему накидал прям мощно.
Просто видишь, Левик на залу, когда ты иногда берешь, он не всегда поворачивается, не всегда стреляет, куда я его направляю. Он, видишь, как-то наполовину сам рулится. Вот, вот если ты кавказы наводишь, они сами да, у тебя стреляют, ну, когда ты их навел. А Лев иногда не слушается, когда наводишь. Что ты просмотрел, там сильные были кто-то, нет? Я тоже что-то не глянул. Там был пулемет, один аспект, три синуса. А Лёве кто? Что? А, Лёве. Поправо, поправо. По самому праву, поехали. Мэти, получается, два этих мастодонта, еще что-то. Жнецы, конечно. Короче, не опасный, да, он? Не боковой. Ну, не знаю. Прямострельный, посмотрим. Да, короче? Ну, не длинный, да. Не сосиска, да? Не-не-не, не сосиска. Тогда просто зайдем разом, уже побегаем. Что, заходим, вы успеваете? Я потерял один дробовик. Уже. Ну у них вот сейчас Лев, я так думаю, что не такой. Все, заходим, ребята. Вот это. У меня контакт. Сейчас, я вот этого мелкого заберу, который у меня оружие для. Давай, Лёва берем, пацаны, на Лёва, все на Лёва. Костик, забирай Лёва. Ох ты, нифига как быстро разобрали, а. Блин, Лёв-то у них фуфло, блин, а. Нет, короче, видишь, я рано слишком зашел, видать. А сможете их сейчас? Ну, навряд ли, я уже горю. По мне Лёв-то так. Блин, Лев вообще фуфло его накидать. Просто я не на него сразу начал. Я там начал на кого-то другого, блин, который побрить меня хотел. Ребят, давайте колонны построим. Слишком быстро, слишком быстро. Да. Давай, вы едьте, я тогда после вас. Поехали, знаешь как, через центр зайдем, через центр, но сразу на них. Просто видишь, Костик, смотри, они оружку выберут. Опа, я завис. Тогда дефим, ребят, дефим назад. Сейчас Костик отвиснет. Нам хотят дефить, вообще не вариант, блин. Чё, Костик, отвис? Нет, нифига, карта висит до сих пор. Дай-ка я тебе подпрягаться. Я езжу, нет? Да, едешь. Я езжу, нет? Да, все, не трогай, я тебя сейчас затолкну просто. Так, Андрюх, отойди, я сейчас Костика затолкну и все. Давай. Ладно. Под укрытие его спрячу и заодно в нашем круге останется. Ну что, поехали попробуем порашить их. Костик, все, не трогай, а то ты с круга выйдешь. Стой, не трогай, не нажимай ничего, у тебя нормально там. Я тебя поставил как надо. Поехали, зайдем на них, только аккуратно, пацаны. Уже слева получился левик. Вот и давай, пошли заберем их тогда. Дай-ка я боком встану и попробую накидать им нормально. Давай. Не, ребят, зря вот так сразу зашли. Ну вот я с Лёвой сейчас перестреливаюсь сильно. Я вроде поехал. Сколько я сейчас живу? Боль, бегу. Тоже не поможет. Да уже все. На Лёва иди сразу, Лёв там. Вообще вот это сильный клан очень, знаешь? Вот этот М4НД, они вообще где-то там, по-моему, в серебре сидят, насколько я помню. Что-то такое. Ой, куда поехал, ой, куда? Ну да. А что ты конкретно зависаешь, да? Ну это редко. Скорости поворота не хватает, да, их. Ребят, вы так на Левика прямые не заходите. Вы дайте мне с ним вдалеке поперестреливаться, если мы втроем остаемся. Потому что они, считай, вас двоих съели просто за секунду. Я даже настрелять не успел за это время ничего. Ну что, я сейчас, я думаю, нормально. Костя, у тебя нормально как бы это с интернетом сейчас? Да интернет сотовый. Потому время от времени вот так зависает даже в рандоме. В рандоме проще, вышел из боя. Вышел в бой, зашел. О, загрузилось нормально. Да ладно, нам такие не всегда будут, как они попадаться. Сейчас опять такие
Ну, я думаю, вот это вообще... Не скажи, не скажи. Вообще не скажи. Ребят, вы на, Скорпа не идите, на Скорпа не идите. Вы лучше толпой на Левика за этот. Скорпа я в любом случае потом догоню. Он мне, хоть сколько бы он ни стрелял, он наружку всю не снесет. Пока у него будет перезаряжаться, я успею. Почти сразу прям на них нападем. Надо не дать им возможность куда-то разлететься. Ну, проблема в том, что они фокусят иногда не тебя, а меня. Ну ты сзади или тогда. Все, давайте сразу. Можно на Левика заходить. А? Можно как-то на Левика заходить. Нет, на Левика не надо. На Левика... Ну хотя да, по идее тоже. Сейчас, подожди, зайдем на них с разных сторон. Так, дайте только я первым проеду. Все, заходим. Я понял. Я видел. Сейчас он его уже делится. Отдохнули как дима. Все, меня взорвали. Как-то у него получилось меня перестрелять, не знаю, как так получилось. А он щиты все время. Он хитрый, знаешь, что делал? Он кабину вперед поставил, а оружку сзади. То есть я ему пока по кабине стрелял, у него оружка целая осталась. Вот ваш спорт. Что с ним делать? Да, уже ничего не сделаешь. Короче, надо, знаешь, да, как? Здание, давай здание, прямо в наглую здание, на них зайдем. Надо сразу на Лёва, потому что Лёв у них на самом деле серьезный, ребят. Кажется. Блин, он за здание, видишь, дерево. Ой, так кабина торчала хорошо. Всего поехали прям... на поляну, поехали на базу. Не-не-не, пошли на них. Поехали на базу, они сами придут к нам. Да нет, не-не-не, они расстреляют издалека, у них расстреливают очень хорошо. Пошли сразу прям толпой на Лёва нападем просто и все, а потом Скорпов заберем. Так, ребят, сюда. Осторожно, заходим. Вон они там. Подожди, вам так вместе. Вам и вместе. Я кончился. Ща. Пацаны на мне. Ща, помогаю, пацан, держите. Ну, сейчас я Лёва разобью. Справишься? Должен. Да, я сейчас на этой корабле. Если жнеца вот этого заберу, нехорошо, пусть брать. Давай, Мария, жнец. Дайте еще скорбь. Скорбь остался? Да. Не, скорбь он не заберет, видишь? Надо вот так разом заходить на них, все. Вы, Лёва, хорошо этот измотали. Видишь, у тебя это, у тебя максимальное количество, ну, по массе, сколько? Нет, там еще до пределки дофига. Короче, колесами до пределки я дошел, а броней нет уже деталей, просто жирных не хватает уже столько. Я же тебе причем говорю. То есть у тебя все 180, да, детали? Все 180, да. Не, ну, самих деталей жирных не хватает, там можно их заменить, я на днях попробую. По хпшке 8045. Бампера еще, такой, да. А бампера они там не мешают. Опа, ребят, заходим, помогайте. Я на пятый экран зашел, если честно. Ну я что-то заговорился. Опа. Да, налево, все налево. Ай, больно в ноге, жарят. Сейчас Костик заберем толпу. Да вон он, все, сдох он.
кто остался? Левик и Скорп. Да, Левиафан и Скорп. А, сейчас вон Левик победил. Сейчас Левик, по-моему, задницу. На него так хорошо стоит кабина спереди, вот прям просто открываю шрамы и все. У него, знаешь, что? Ну вот это вот. Ох, красный, ну ты красава, прям вошел мне. Грамотно. Ну не знаю, ну да, это все уже. Неудачно. Давай, давай, прям воду за ним. Да, а, на базу, да-да-да. Да какую базу тоже все? Прожимайся. Да нет, затком на базу. Затком на базу. Сын, отойди. Ну подожди, может он еще где-то. Что-нибудь сможет. Че, там уже не сильно залетели. Прожимай, кто-то. Не тяни бой, прожимай, я уже вижу, что тут не так. Ты не захватить полоску не успеешь. Он у тебя все равно просто поиздевается сейчас над тобой все. Да, да. Зато у тебя 5000, а у этого. У тебя даже больше, чем у вас. Неудачно второй раз зашли, короче. Я что-то рано, как всегда, пильно. Так, ребят, и давайте. Звук еще отпал. У меня звук, как обычно, отпал. Я в конце затупил, не надо было на Лёва так идти сразу, надо было издалека. Скорпа забрать сначала надо. Блин, опять у нас 109 рейтинг. Ладно, ребят, давайте попробуем послаженнее как-нибудь. Опять эта карта ненавижу, то так. Да, я даже не люблю. Когда уже пофиксит? А как? Короче, уже ребят, пофиксит. Я предлагаю в деф встать. Потому что Лёв всех разберет. Прям вот на нашем вот респе, где заспавнились, тут стоим. Если они на базу пойдут, тогда только, но я думаю, они не пойдут на базу. Пусть Левик сейчас залетит у них, и мы его заберем. Тут как раз для меня это плацдарм, стрелять удобно. Вот да, вот тут стоим, ребята, все, никуда не пойдем. Они, походу, на базу идут. Вообще их не вижу. Вон, на базе. На базу тут. Поехали за ним. А один еще где один. Ладно, поехали, заберем. Надо на базу тогда ехать. Только не сильно не разделяйтесь. Так, ты что бы заехал? Только приказ отпусти, не догоняю. Давай. Да, заходим. Давай на базу, пока там они троем. Вы где все? Ох, извини. Ничего. Лёва не вижу, где их не Лёв там. Они куда-то сбежали, блин. Они нас, выманили. Выманили, чтобы мы просто за ним пошли. Так, одну. Здесь. О, один появился на базе. Левик, триггерил. Сейчас он тебя заберет, да? Нет, он к тебе идет. К тебе идет. Да. Сзади даже нотик мне накостылял. Давайте на базу встанем, ребят. Сука, бля, все оружие забили. Я вижу, они ховерами разбили все оружие. Давай Левика попробуем забрать, где он там есть. Давай, я с тобой. Надо на базу, пацаны, возвращайтесь на базу, надо было встать на нее и все. И дефить базу. Так, выбиваю, где-то рядом они. Они возле воды за зданием. Стоим на захвате. Левик-то у них тут трус, оказывается, он не зайдет так. Надо встать, чтобы эти не рыть. Так, меня забрали. У вас двое. Не, ну это все. Они нас разделили, видишь, по всей карте размотали, короче, издалека ховерами накидали. Сейчас знаете, что сделаем? Поедем толпой на базу, прям по левой, по нашей самой левой против стороне, и просто толпой встанем и чуть-чуть вот, да, вот будем стоять. Они зайдут.
вынудим их зайти, короче, и разобьем их. По правой стороне видим, по самой правой, ребят. Прям, да. прям сразу можно на базу пойти. Нет? Нет, говори. Может быть, тоже такого Левика собрать? Ну, я такого не хочу собирать. Он вперед не там стреляет. Там же штраф идет. Там же штраф идет. Да, он со штрафом. Но он все равно, смотри, на голимых этих триггеров. Да, я знаю. Ну, я ставил так тошики, а не то это. Давайте на базу сразу, ребят. Ох, извини, пожалуйста. Что, заходим? Пефон уже задел. Давайте заберем, пока он тут один. Сейчас еду. Лёв, где там вот этот? Вот он тут, по воде. Лёва по воде где-то бегает. Сейчас. По воде он. Вот он, стреляю по нему, давай. Быстро. Ребят, не гоняйтесь за ним, не надо. Все нормально. Надо просто встать на захват и все, не надо за ним. Да чё? Да все это. А что, пламя? В принципе, такой Лёв хороший, но у меня даже сейчас на триггер его не было возможности это сделать никак. Вот, блин, я бы сделал, конечно. Но мне нужен этот. Мне нужно это. Да, конечно, блин. Это ихняя карта, считай, ховерная. Конечно, они нас размотали. Видишь, второй раз они разделились. Лёвика приманкой кинулись, мы на него все пошли, и в итоге каша получилась. Ладно, ребят, ничего страшного, всякое бывает. Будем считать, что им повезло больше. Что это вот за люди, которые вот 25 дней назад, 10 дней назад? В клане? А? Чё? В клане имеешь в виду? Да. Там в основном все, кто с самого начала был практически. Но они как бойцы хорошие, просто видишь, они не так часто заходят. Пока места, короче, есть, пока не гонят. Ну, я думаю, вот здесь мне это должно легко быть, ребят. Сейчас они в деф упадут, а мы пойдем и нападем на них. Левик у них опасный. Надо нападать. Ну да, я знаю, он поддевает. Как думаешь, они будут рашить, нет? Нет. Нет, тоже не хватит. У них один тяж. За ними просто не успеет. Давай тогда прям пошли этот. Все, поехали по ЖДшке. Они тоже рашат. Тоже под этот ЖДшка. Ну я говорю, будут, не будут рашить. Непонятно. Давайте заходим на них. Да-да-да. Какой у них сверчок, а? На кого? Это Лёв у них такой сверчок, да? Сейчас, что, один гритый? Я кончился. Я прям в Лёвика врубился. А, блин. Что вы там жили? Ладно, я там что? Этот... Ёбаль, ты один. Блин, ты двоих. Сверчок горит. Сейчас, они... Всё, считай, их легко забрать. Посмотрим сейчас что. А вот они уже все почти. Чего не захотел? Я сейчас за ними пошел, потому что я подумал, сейчас я что-то накидаю. Лёв какой, смотри. Сразу, а что делать? Ты видел, что он меня крючком зажал? Да. Ну-ка, дай-ка, за ним гнаться надо. Ну не знаю. Вот. Ну ты видишь, это человек он. Вот до контейнера налево. Ой, все, спасибо. Нормально. Летун.
Нет, видишь, я эти же поставил гнезда, которые вверх улетают, они вот таких вот догоняют всяких, чтобы не бегать за ними. Только ради этого стоят. Чем тебе в 3 ряда получается эти рамок? Специально. Нет, 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 в 3. Два разобьют просто. Знаешь, что получается? Раму, которая перед кабиной, ее выбивают, и кабина отваливается, и лёв сдохнет. Всё. Вот так бывает. Да, да. Я знаешь, сколько с рамами этими парился, пока вот так не сделал? Вот это сделал, все, самое то. Что, заходим? Вы заходите? Блин. Давай, давай, давай. Заходить надо. Надо, знаете, что, сверчка вот этого гада забрать. Правда, сверчок отбелет? Давай, я сейчас его попробую забрать. Да сюда, Левиафан, да стрельнуть этого сверчка, ему. Сейчас еду к вам, ребят. Давай вот этого сверчка заберем. Давай. Все, теперь ребятам надо помочь. Все. Помогайте с Левом, быстрее, блин, ребят. Вот сейчас капец. У нас двое осталось. Давай на Лёва. Оружку бри ему, оружку. Да-да. Только не мамонт. А, он наверху не поставил, да? Все, Лёв сдох. Паук остался. Паука тоже, думаю, заберем. А кто нет. Еще? А. А там сверчок, он чистый. Здесь остаемся, остаемся на захвате. А, он сам, да? Он сам. Сверчок у них хорошо сыграл, прям вообще накидал мощно, что в первом раунде, что в. Что там, задамки сделали? Ну, хоть задамки сделались, уже хорошо, я рад. Да, кстати. Ну-ка, чё у меня казначка? Вот так вот смотришь, у всех кто-то мощный есть. Да. Ну, хочется брать тоже какой-нибудь сверчка, там какой-нибудь этого. Да ну. Вот здесь, короче, смотрите, Лёв плохой вообще, а вот арбитры сильные. Надо их первых забрать, чтобы меня не побрили. Триггер. Да, вот триггерные вообще не хорошие. Они, да, они втроем сильнее Лёва ихнего во много раз. Поехали по центру. Да, надо вот этих тапочков всех побрить, просто и все. Вы не старайтесь их убить, старайтесь их побрить. Даже лучше будет. Да, а ты, Костик, можешь на Леву прям надо идти и все. Давайте зайдем с этой. Вот сюда, ребят, сюда, все сюда. Вот они. Забирайте тапочков. А то побреют, ребят, быстрее. Все, заходим, вы что там с этим? Ух, как я глупо зашел. Все, ребят, меня уже почти побрили. Неудачно я зашел, блин. Даже Гида не помогла бы. Нет, короче, так не пойдет. Давайте аккуратнее играйте. Что за то? Почему так получается? Вроде вначале хорошо так заходил. Ну можешь 5 побед сделать. Ребят, давайте Макса запустим, чтобы он 5 побед сделал. Давай, давай. Костик, может ты тогда чуть подождешь, Максу 5 побед сделаем, а то ему там купон еле как выпросил. Хорошо, хорошо. Ой, сюжет на войне. Поехали по центру, ребят. Смотрите, я первый не буду заходить тогда. Надо вот этих тапочков побрить. Мы сейчас только из-за этого проиграли, что они меня побрили и ничего сделать не смогли. Вон они идут уже. Я стрелил. Ощущение нормально. Осторожно, осторожно. Сейчас я захожу, ребят. Меня разобрали. Держи, держись. То, что нормально, сейчас мы за это время их убьем. Не вариант. Два двое.
Вот и их двое. Бей тапочка, бей тапочка, оставь его. Понимаешь, он на меня говорит, я даже. Блин, вот между двух огней оказался, между тапочком и Левиком. И Левик то на одного, то на другого. Пока он повернет эти пушки, короче. Какой-то Левик непослушный. Не, короче, нельзя вот так между двумя оказываться. Видишь? Держи, держи. Да, шанс есть. Уезжай, он взрывается, уезжай. Бегай. Вот сам. Ты молодец. Глупо, что он взорвался, да? Ему надо было отъезжать любыми путями. Поехали, еще раз зайдем. Нет, у нас еще бой не кончился. Костик, заходи первый, я за тобой. Ты, наверное, Костик, сразу на Лёва заходи. А вы, ребят, берите тапочков. Ну, хотя красный тоже может на Лёва зайти. Давайте едем. Кто налево пошел там? Все, заходим, ребят. Я тогда доехать даже не успел. Я видел. Сейчас я его разберу. Так, Лёха у них сдох, тапочки остались. Я говорю, у них, блин, Лёха вообще футбол. Я говорю, он даже не сопротивлялся, блин. Я рядом с ним то. А он когда рядом лево не очень стреляет, когда рядом. Ну, поеду я на захват, встану туда. Там он уже полубритый такой. Да, что за ним гоняться? Он сейчас у Мари, он на нашу базу полетел. Думаю, я за ним поеду. Ну, все, друг, давай, заходи сюда. Он что, так пытается издалека, что ли, настреливать? Ладно, друг, давай я вот так встану, что ты так будешь делать. Видишь, мне надо доделать Левик хорошо. Сейчас я ему накидаю деталей жирных, там же вроде открылись уже. Блин, что я парюсь, давай-ка я его поеду, заберу, пока он рядом с базой. Единичку же уже захватили. Пока он чуть-чуть осмелел. Ненадолго. Он видит, что я от него прячусь, он чуть-чуть осмелел. Подманили, да, его в конце полки? Да. Так, ребят, сейчас в гараж захожу. Костик, только не уходи далеко, сейчас я с близняка Максу победу сделаю. Да я недалеко. Максимум за аккумуляторы. Ага, хорошо. Костик, ой, сынок, принимай. Можно я сейчас своим заводом? Ну, началось. Ребят, давайте так, на этой неделе Левики кто покатал, пока серьезно не переделаете, больше не пойдете в бой. Бери давай своего Левика, сейчас тебе дам. Один раз катни. Сейчас. Ну, не знаю, ребят, сейчас будем всирать тогда один бой. Ну, видишь, все теперь хотят на Левых покатать. Ну ладно, пускай по разу, мне не жалко. Хотя посмотреть, на что он могет, да? Ну, что он могет. Давайте, ребят, прожимаемся. Папа, давай, ты же лидер, сын. Да, я знаю. Это ты вот этого Лёва собрал? Да. А где твой старый Лёв, который был? А я вышел. Ну хоть покрасил какой-нибудь краской, чтобы не стыдно в бой выходил. Ладно. Что тебе эта краска рассказывает? Так, колпаки выжил. Оп. Сына, ну что такое? Давай еще два дня твой Лёв будем доделать. Тебе и так запустили. Сидели, играли спокойно, делал бы свой Лёв. Готов? В плановые бои иди и все. А почему Костик с нами? Ой, подожди, а кто вылетел-то? А, Андрюха, ты что ли вылетел? Нет, ты его не брал, не ставишь. Нет, я не брал. Возьми Андрюху тогда. Ну или ладно, поехали так. А, Андрюха, вообще его... Он вышел. 4 минуты назад. У него, наверное... Да, ладно, поехали так. Костик, прожимай тогда. Ну, зато Костик остался. Надеюсь, нам сейчас сильно не попадутся, ребят. Да не попадутся. А у тебя как раз нету, Лёвика?
А красный? Нет? Да, нет. А у меня он маленький. Я не для этого вообще. Я его давно сделал, года три назад еще. Ну как? Там года три, наверное, играю. Сейчас посмотрим, с какого-то уровня в игре. Не успел. Ну ладно. Там посмотреть можно, с какого дня ты играть начал. Да ты что? Я не помню. Я Лёвика делал, чтобы он просто за медью ездил и все. Не для чего-то там. Ну ты потом его перешел. Короче, надо ехать и этот. Я, короче, сразу на... Давайте на базу встанем, наверное, да? Потому что мы за ним. Что делаем, короче? Пошли на базу. Давай на базу. Да, мне смысл, они меня разберут, мне надо кататься. Так и катайся вот только по базе. Там нет. Андрюха, наверное, убежал, такой ужас не хочет смотреть. Давайте за нашим Лёвиком. Макс, ты куда так быстро? Мы за тобой не успеваем, ты на карту смотри. Так, давайте вот никто не зайдем. Давайте на базу встаем тогда, ребят. У нас жирные, стоит, держим оборону. Не попадайте под выстрел, прячьтесь, прячьтесь. За укрытие, прячьтесь и все. Снизу выбиваем. Вон там эти, да, ховеры со всех сторон. Ну, Макс, ты тут не выиграешь на своем Лёвике, сейчас скажу сейчас. Даже Лёвик заходить сейчас не будет, они ховерами разберут. Вон он, Лёвик не зашел. Базу, базу, держим базу, пока не... Давай, 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 давай. Да вы просто стреляете еще, пишите еще, пока. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось на захват, чуть-чуть. Давай, база, давай. Держи, Костик, Костик, держи базу. Хорошо, что я не пошел. Я думаю, в этот раз он так не прокатит. Слушай, а что если мы сразу на Лёвика ихнего нападем? Поехали по правой стороне. Только вы его отвлекаете, а то у меня низкий ветер. В смысле, а ты на него напади и все. Я пока на базе стоял, Лёвику нормально накидал. Да, это хорошо. Я думаю, сейчас не проходит. Пошлите по самой правой стороне сразу. На них легко? Да, на них. Вон они на базу зашли, все, давай. Лёвик отстал, Лёвик отстал. Ты чё? На кого, на кого видишь, на того и стреляй. Блять, из пепелилки кидает, а? Ну, это Лёв был бы. На мосту Лёв сына у них. Капец, я думал, это обычный кто-то. Короче, надо на базу вставать. Ты хоть дрона на него отправил? А, ты миличный, что ли? Ё-моё. Ты чё так сейчас? Так ты говоришь, что я пилить их поеду. Давайте опять на базу, так самый лучший вышел. Давай, я тоже так думаю. Сначала чуть-чуть поляем. Толпой заедем и будем стоять там и все, они не зайдут. А если они зайдут, я и пойду туда. Мясо, 6-6-6-6-6. Сына, у меня 5000 хп, что твои 6000, это ж фигня. Костя, я тут теперь пьяный Я и так на тормоз нажал. Короче, Макс, в следующий раз, пока мне Лёвик не покажешь заранее, никакого КВ можешь на Лёвике не снимать. Потому что мы только подняли рейтинг и сейчас сливаем. Стойте на базу, не подпадайте под удары, прячьтесь. Вон на горе у них Лёвик, это так. Всё. Макс, отходи, отходи. Стойте за укрытием, стойте, не попадайте сразу. Тоша. Я Лёвику нормально накинул.
У них левик не сразу стреляет. Выбивается Миза. Сзади кто-то заходит, осторожно. Сзади заходит. Давайте, я пока левого держу, перк вам даю. Держим базу, уже чуть осталось. Стоим. Сейчас будут ховеры заходить, заберем их. Конечно, он зашел. Я кончился. Да уж понятно. Давай, Макс, я тебе помогаю, долблю его. Все, Макс, давай в гараж твой левик. Заходи. Нет, в гараж заходи. Твой левик такой нет. Заходи в гараж. Бери нормальный тапочек, сади водителя персея и поехали. Мне лидерку дай. Ну то отлично, поехали, ребят, в бой. Все, хватит. На сегодня левиков испытаний хватит. Сегодня только на моем катаем. Потому что, блин, ваши левики это все. Иди там тебе деньги. Помните. Давай. Меня тут. Я не могу включить микрофон. Ой, это что такое? Это левик. Вот этот опасный, испепелилка. Вот это для меня самая мощь. И крушать меня зовут. Знаете что, Макс, забери испепелителя. Я знаю. Давайте, ребят, разом зайдем на них. Вот который кидает вот эти огонь. Вот его забери. Вам левик, а мне испепелилка, да? Да, потому что мы на левика сами нападем сейчас. Поехали, ребят. Надо ехать, знаете как? Надо по самой правой стороне ехать тогда и нападать на них. Старайтесь на открытом участке воевать, потому что иначе испепелилка закидает вас просто. Если не стреляют, они по правой стороне идут. Пошлите на них. Сюда, ребят. Это вообще-то их по левой, а по правой. Ну по правой я и говорю, ну они по правой идут. Он из пепелилка меня закинул, я же говорю. Держите, сейчас я приду. Супер. Да меня где-то побрил меня. Просто побрил. Не, блин, давайте разом идти. Вы за мной идите, как и так получилось вообще по-дурацки. Я пустой, ребят, просто пустой. Как так получилось, Макс? Не, давайте сразу заходить на них и все, не надо так, как сейчас получилось, совсем, блин, неудачно. Просто дробаш подъехал и побрил, и все, в наглую. Да я даже сделать ему ничего не смог. Паук на передних лапках бегает, дали. Не, давайте сразу пойдем и толпой прямо в них надо залетать, разом четвером заходить. Да нет, это просто, я думал, там испепелилка сзади садится, там потом крушают, и это вообще... Да, Макс, ты за мной иди, чтоб меня не побрили просто, и все. А то вот так, как сейчас крушак опять зайдет, блин. Направо, ребят. Я его главное замочил, он не да, ребят, сюда. Давай, пойдем. Борь, я за тобой. Ага. Ой, больно. Мне интересно, ты можешь... Газ отпусти, а потом... Давай, а то не догоняем. Все, я отпустил. Кто? Макс, ты что отстал? Не догоняли. Жму. Пошли за нами, сына, едь за нами, плотным потоком. Надо быстро прорваться к ним на базу. На базе у них там кто-то остался. Вот он лег на базе. Давайте заберем его, пока он один. Ребят, помогайте. Ох, красный, отлично дошло. Крушак меня топит. Бля, меня сейчас лег заберет. Крушак забрал. Какой у них лег, пассивный, это слышно. Все, забрал он. Как так, а?
Лёха у нас просто вообще злой. Ну ладно, бывает сильнее нас люди, я чуть не... Сына, ты вот так сзади почему отстал? Мы тебя все тормозили, ждали. Сына, давай так, едем плотным потоком, ты едь за нами, все, прямо рядом едь, не отходи. Вот четвёрка как паровозик. Меньше балуйся, ёлки-палки. Сынок, хорош, я тебе сейчас все отправлю этот телевизор, мальчик, смотри. Нельзя. Почему-то, знаешь, такое ощущение, что когда КВ начинается, сначала побеждаем, а потом сильные противники попадаются, и мы уже что-то не можем сделать. Ладно, я Лёв свой доработаю. Доработаю его еще. Ну, здесь, я думаю, победа должна быть. Крушаков надо, Крушаков первых забирать, потому что иначе они побреют. Не знаю, пошли на них направо сразу. Костик, ты на Лёва сразу. С красным вместе туда. Ну давай, ладно, по-быстрому Лёва заберем. А ты, Макс, брей их всех. Да, мне Крушаков надо забирать. Все, все, едем, да, правильно говоришь. Едем, не останавливаемся, плотно. Вот, вот так вот плотно нравится, как идем, отлично. Давай направо, вот кто там отстал, двое остались, вот, давай их заберем. Бьем его. Лёва, сдули. Крушаков, забирайте Крушаков. Да, Лёв, ты сюда не стреляй, блин, ешь ты налево. Хоть зажмись ему мышку, ему пофигу. Блин. Он свой тур взял и стреляет на этого несчастного скорпа. Давай, давай, Крушаков, был. Так, один готов. Давайте, я буду его уничтожить. Давайте, надо на базу встать, ребят. Вы вставайте на базу, я его догоню. Он еще и охамевший, даже не улетает. А, он на капканы сел. Так, один капкан отстрелил. Второй снял. Если будем гоняться, он сейчас разберет всех. Ребята, троем едьте на базу все трое, я его один заберу, едьте на базу, пожалуйста. Все, сейчас я его заберу там. Он утонул, прям так красиво по диагонали в воду ушел. Давай, надо сразу напасть на них, не надо им давать возможность. Лёв у них, знаешь, такой хитрый, он поддевает, короче. А ты ему не давал, как не давал? Ну я ему так и не давал. Ты крутись. Лишь бы место было ровно. Так, вон они пошли. Давай, за ними пойдем по ихней стороне. Не отставайте. Я через низ зайду. Держитесь, держите, сейчас я сзади на них зайду. Зажмем. Помоги, сейчас. Помоги, смотри меня, глядя. Еду. Ну давай, Лёв, посмотрим, кто.
машин, забрал его. О, крушак подъехал, а у меня тут и гида остался. Ладно, я с моста прыгаю. Ребят, быстро переверните меня, быстро-быстро помогайте. Здесь вот. Кто-нибудь один прорвитесь, мне помогите, пожалуйста. Я нечаянно перевернулся. Помогай, помогай. О, спасибо. Отлично. Пошли добьем этого скорпа. Еду, еду. Кто меня побрил? На базу, на базу, на базу вставай. Я как рак. Раз и раз. Да вот вижу сейчас его. Вот здесь он. Стреляй, стреляй по нему. Капец, он приехал. Вон он, все, сейчас заберу. Нормально я ему желтого там накидал. Я его пока по морю гонял. Да, ну хорошо, что ты меня перевернул. Там уже горит. Видишь, для кого-то мы сильные, кто-то для нас сильный попадается. Когда аккуратно заходим, они, тогда нормально получается. Они разделились, один решил меня сзади задолбать, но я развернулся и намотал их. Ну, мне самый сильный, кто тут запомнился, это когда на этой карте нас ховера разобрали. Хотя у них лёв там, у них вообще был такой себе. Хорошая карта, в принципе. Это хорошая карта, на ней быстро можно накидать. А мне это не самое ненавидимое. Все, давай быстренько поехали, заберем их. Вот это вот тапочка. Тапочка первого забирайте, тапочка. Да, а мы все на Лёва троём. По ЖДшке поехали. Это Бодин. Сынок, подойди сюда. Все, заходим на них. Успеваете? Да, успеваем. За мной успеваете? Ну, мне уже пора заходить. Давайте, я вас жду. Все, заходим, давай, ребят. Газу. Начинай газовать. Газую, газую. Я еще не сильно отпустил. Все, ребят, заходим на них. Давайте Лёва сначала. Да, Лёв, да ты сюда стреляй, родной. Ты что ты... Вот это вообще как что-то говно какое-то. Просто подъехал и расстрелял меня, пока мой Лёв стрелял в кого-то другого. Просто, ну это вообще, почему же он не слушается, когда я нажимаю, он не слушается. Даже никто не перекрывал, ребят, как так? Лёвика заагрил, считай, другой этот. И Лёв пока того не добьёт. Он тебя воткнул, да, он тебя воткнулся, видишь? Да, капец. Ладно, давай еще раз. Ты, короче, первый так слышишь. Да, давай тогда лучше. Надо тогда на Лёва, чтобы кто-то воткнулся в Лёва. Нет, 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 все сюда, все сюда, все сюда. Да я быстрее вас всех догоню по-любому. Ехай. Едем, едем, едем. Костик, жми вперед. Жму вперед. Я уже отпустил. Догоняйте нас. Давай красный сразу на Лёвика. Ребят, все на Лёва зайдем сейчас и все. Вот они стоят. Так, бьем их. Лёвика, Лёвика, заходите на Лёвика. Лёвика, блин, давайте, пацаны, помогайте. Чё, Лёв, в этот раз тебе тут не такая малина. Ой, меня собака сзади. Собака сзади, ребят, забираем её. Всё, ты... Тапочка берем. Пошлите на захват, поехали, все. Погнали на захват, ребят. Я за красного. Ладно, сейчас я вам помогу. Я кончился. Сейчас, вас сейчас. Двое. Давай, вот давай. Это не надо. Да, все. А? Ты тебя злоба, да? Ты на лапе?
Хорошо вот раз зашли. Да он просто офигел. Они слабые, просто первый бой повезло им, это просто повезло. Ну бывает такое. Нам он тоже с тобой, Макс, повезло первый бой. Да это просто не наша сторона. Стойте подольше. Едем? Конечно. Ты что, еще и накидывать можешь? Нет, это не я. Я знаю. Первые заходите, я за вами заеду. Выбивают с инвиза, вот они идут. Борь, мы запнулись. Вот, вот он, вот он, это собака в меня воткнется в левик. Как ты хорошо это хотела? Так, заходим. Давай, смотри, давай, давай, давай. Зайди первый меня, Костик, пожалуйста, чтобы они на тебя загрелись. Иду, иду. И на Лёва сразу, вот он, времени нет, который... Вот он, Лёв, здесь. Ой, прямо муха пожарная. Давай, давай, бьем, бьем, бьем Лёва. Лёв, сюда, я пожалуйста, Лёва, сюда. Да как так? А ну почему опять Лёв не туда стрелял? А? Я запах отвлекал. Жарьте его. Мы в кучу воткнулись, потому что удачно помню. Да. Забираем. Надо было разделиться с двух сторон по парам зайти. Надо было, да, я что-то не ожидал. Ладно, повезло. Мы из-за того, что кучканулись, поэтому и не накидали. Да, да. Мне бы не больше сажать, вообще было бы легко. Повезло им. Знаешь, как получилось, что опять... Хотя Лёвик рядом был, но мой почему-то в кого-то другого стрелял. Я не знаю, почему это так произошло. Никто не перекрыл второй раз. Наверное, такой маневр... Это знаешь, это такой маневр против Лёвика хитрый. Они Лёвика кем-то агрят. Получается, Лёвика. И пока, допустим, мой Лёв отвлекается, они за это время разбирают. Сына, чш, пожалуйста, чш, не кричи так. Как у меня Лёва. Да, конечно, твой Лёва рядом с этим даже не стоит. У них намного мощнее, сына, я хочу сказать. Давай нападем тогда с ЖДшки, да, заедем. Точно такая же, просто тошнить. Ты лучше с выставки возьми сына Лёви какой-нибудь. Не переделай, там хоть платформа нормальная будет. Я тоже собираю. Вот смотри, какой тапочек собран. Собрал, то я тебе его собрал. И Ваня, Ваня крафт скинул, а я тебе доделал. Помогайте, ребят. Я этому Лёву его что-то прям капитально накидал. На, красавчик! Так, выбиваю с инвиза. Так, меня, на меня пытаются напасть. Вот, пацаны, помощь нужна. Он думал, я с ним шутить буду, да? Я с головой подаю. Сейчас я еду. Сейчас я заберу этого. Вот это далё по мне. Вот там. Да, уже все. Вот здесь он. Что-то я эгиду. Два залпа с паном тут. Ух ты. Дослухайте. Да нет, ну тут оружку-то не бреет. Ты чё? Блин, я крушителя больше боюсь, чем Лёвик обычно. Давай, Лёв, уже стреляй. Давай, давай. Блин, крушители страшнее левиафанов. Они подъезжают просто безнаказанно, бреют оружку и все. Я это считаю, что я его еще покоцал очень сильно. Я пока целовался с Лёвиком. Ну как подъехал с одного плевка меня унес. Короче, ладно, вот этот Лёвик я еще раз переделаю хорошо. И потом попробую новый какой-нибудь еще собрать, чтобы дополнительно был.
Может, в натуре какой-нибудь такой хороший колесный найти надо. Да просто, видишь, на выставке нет хороших левиков, никто не выкладывает. Никто не хочет отдавать. Успеваете, ребят? Да! Чуть-чуть газ отпусти, а то ты компьютер. Отпустил. И зря я не прожал. Макс, рядом будь. Так, на базе они все, на своей базе. Пошли, заходим на их базу. Лёв, он у них на базе остался. Что тут? Крушаки бреют, пацаны, быстрее, помогайте с крушаками. Ох, пацаны, вот сейчас помощь, капец. Он на меня загрелся, меня обрелся. Да, ребят, меня сейчас просто разберут здесь все. Недалеко покрыли их. Бреть и крушители. Костик, забери этого крушилка, который сзади меня, пожалуйста. Я пустой, Костик, все, без оружия. Хотя нет, гнезда еще есть. Давай. Ой, Костик, очень сильный. Я ушел. Да, прям быстро крушаки побрили. Сильно прям напали. Да, это все. Все, все, не движется он. Ну и гиди, он видишь, сидит, может. Переделывать он уже. На чем-то он засел, там переделывать надо, короче. Переделывай, ладно. О, кинодиму даже еще не ждали. Надо за. Ребят, заходите тогда не на Лева, заходите на крушителей. Да, давай на крушителей зайдем. Издалека их надо, издалека попробовать. Они же ближний бой все, что мы в них лезем? Надо подъехать и стать издалека накидать им. Давай, Косик, газу я за тобой. Прямо в раш не идем, подъедем, чтобы их накидывать на них можно было, и накидываем на них. Ну хотя можем Костика отдать. Да я согласен. Ради победы я согласен. Давай, Костик, на Лёва прям заходи. Пацаны, рядом со мной будьте, чтобы крушаки не подошли. Я на Лёве сижу. Ага, хорошо, держись пока. Сейчас если их заберем. Я кончил. Нормально, нормально. Сейчас заберем. Он за стенку зацепился. Да, Лёва, это да, зато у тебя, да, Лёва, ой, Лёва, крушаки сзади. О, крушаки, помогайте, красные, помогай с крушаками, только их, бьют. Давай. У меня же это, не крушак. Лёва, у меня крушак, Лёва. Давай. Я понял, кто для меня самый злой враг, это уже как крушитель. Всё, этого сейчас заберем, это лошок. Это уже лошочек, его вообще не забыли. Да, крушаки сильное оружие. Но бочка тоже не сила. Да. А что, бочка? Бочка надо, как... А что у них была? Бочка еще была у них? Не, я хочу бочкометы делать. Бочка, да, бочка очень. Просто мечтаю о бочкомете. Хотя крушитель тоже ничего. Но бочкомет он такой. Ну их, а он еще, их же много еще надо, их хотя бы 4, да, надо? Не, 5 максимум. Ох, это вообще 5. Да хотя бы 3. 5, один залп делаешь, крафт разваливается на куски. Да. Вот с 5 бочек попадаешь точно, вот прямое попадание с 5 бочек. А прикинь в Левикова вражеского так 5 бочек захотеть сразу, а еще сверху накидать в него. Я смотрел этого энергодеда, он, короче, сделал такую фигню, одну бочку, ну, перед мордой поставил крюк и две лапы такие в стороны. Бочек накидал штук 8. Едет, остановился, и укатились бочки. Да, бах, да, да, готов. Я видел. Такой крафт даже поэтому почти показывали. Как его, по красавчу точно такой. Да. Точно. Как ты сказал. Так, ребят, вот мы заболтались опять, не посмотрели. Что, поехали, нападаем. Ну да, у меня было да. Ладно, не всегда нам будут сильные попадаться.
Ну что, доделаем Лёвика нормального. Доделаю я. Может, что-то... Один минус по патронам нам. Да, это... Давайте налево сразу. Прямо на них зайдем. Ой. Так что, опять Макс попадается. Вот эти двое остались, давайте вот этих двоих заберем. Да нет, там сейчас трое появятся. Что это? Так они тоже ходят на базу. Держись, красные помогают. Я горю, пропусти, пожалуйста, пропусти. Где-то пожар, подряд. Сейчас, заберем их, подожди, я заеду на него. Блин, за тобой фигам дошло. Ну, я понял, ничего, ничего. Сейчас жопу. Прыгну? Да, сейчас он в задницу прыгну. Такой милишный Лёвик. Там лёг с бусом. Где-то сзади побегал. По-моему, аннигилятора уже нету. Пускай там ездит, че. Ох, извиняюсь. Сейчас сына отпустит. Ладно, давай. Да я пытаюсь отъехать. Вон он там. Хорошо, он мне рад. Да подожди, не толкай. Сейчас он меня сильно... Пошли на базу, встанем. Да нет, давайте я хотя бы на что-то же. Да чё бегать, время тратить? Встали на базу. Ой-ой-ой. Давай, заезжай, Костик, на базу, и я тоже на базу. На базу, ребят, все на базу. Макс, назад на базу возвращайся. Я вам тоже тут рядом прячусь. Ну ладно, давай доберем. Вот это ховер, сына, и за ним гоняться очень тяжко. Ладно, я уговорил. Сейчас я его утоплю. На воде ему точно отбивать. Да? Он все, он уже сбросил. Я даже вот заехал, ему было по тихо, тихо, не кричите так. Лёв у них лёгкий. Да это вода нормальная. Там зашёл, ага, лёгкий. Вот там, где стальная колыбель, где зеленая озеро, вот там вода, там сразу фонарь. А тут можно кататься. Тут выехать хотя бы еще можно. Да, там заехал уже. Пошли на них сразу, пока они он еще не... Они на базу пытаются прорваться. Нет, на нас нападает. Давай заберем их так. Заходи, Костик. Да вы видим, я видим его. Давай. Ты что, ты что, я не могу съесть, он меня вот разобьет. Он походу это. Милишный, милишный. У него там. У него там гарпуны, по-моему. Он меня гарпунов перестал. Сейчас, 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 ребят, еду. Это хаос происходит. Сейчас, сейчас, все сдулся. Меня кто-то поднял, да, этот, который выпускает этих дронов. Забери его вот так, давай я его подержу, вот так забираю его. Что такое творится? Ребят, у меня оружия нет. Возвращаемся на базу. На базу возвращаемся, ребят. Он перестреляется. У меня все четыре оружия, еще даже не скряп. У меня на базу, ребят. Так, ну, уже не сейчас застрял, подожди, что ты не понимаешь. Он на мосту вот там. Пошли по этот, ребят, кто горит, на базу лучше едьте. Потому что... Да, у меня там полный почти. Давайте на базу зайдем и все, короче. Пошлите на базу, не надо гоняться за ним. Он приедет, мы его там и заберем потом. Мы и так он полугорим все. Что мы сейчас делаем? Я вот так встану и все. Когда он приедет. Ой, я его сейчас.
сзади нашел. Давай, давай, сейчас. Я его тоже что-то догоняю. Чем... Минус одна тайсанка. Встал он на воду? Да нет, он не. Забрал его, молодец. Я еще его специально на мосту подогнал, подождал его, проехал на мосту. Он мне всю оружку отстрелил, пока мы этих разбирали. Да все равно, какая разница. Так, а куда у нас наш этот Андрюха то подевался? А ну шо? Блин, да я. Он в чате написал, мне что-то этот... Заглючило? Дискорд глюканул. Ну ладно, ничего. А так ему не слышал, не. Главное, что он 5 побед сделал, я уже раз. Да, да. Я еще бы громко зайти. Я стаю, стаю. Ну ты тогда слушайся правильно. Ой. Ой, кому-то жопа будет сгореть. Так, Грома надо забрать. И двух Тошиков. И Тошиков. Тошиков и Грома надо забрать. Да. Гром, короче, мало того. Поехали, знаете что, поехали прямо по мосту, ребят, все. Или по низу, пошли по низу. Вы едете, я там не догоню. Давайте по низу идем. Так. Отлично, Костик, мы с тобой. Ребят, догоняйте нас. Тихо, тихо, сынок, команды. Пошли, прорвемся на ихнюю базу. По дальнему заходу? Да-да, заходим на них. Это не вот эти птушки бесят просто. Заходи, заходи, заходи. Ну ничего, ничего. Я перевернулся, пацаны, помогайте, быстрее, быстрее. Р нажми, красный, Р нажми. Красный, Р нажми. Вот, нажимай, 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 Р нажимай. Спасибо. Я понял, понял, что я увидел там. Нормально. У меня дно броней поработало, и оружка зато на месте осталась. Гром там сзади идет. Сейчас я вам помогу ховеров забрать их. Так, ребят, у меня на хвосте гром, надо его спрятать. Назад, назад, красный, сдай назад, пожалуйста. Я назад жму. Ну. Короче, я лучше на базу, я уже. Да ё-моё, не сб... Пошли на базу все. Покалечили нашего Лёвика. Да он меня сейчас он разберет меня, я даже ему зерк. Просто видишь, он же по оружию стреляет. Главное, сейчас скажем, захватим полоску, будем тумбить. Вот так, встань под крышу и стой вот здесь. А, вот сюда, стой под крышей, стой, спрячься вот сюда, где елочка, вон там спрячься. Значит, гида готова, если он выскочит, я гида готова. Витал, я вообще настрелять не успел. Ну сейчас настреляешь, не переживай. А это вообще глупо. Пошлите сейчас прям по мосту, чтобы прям по мосту пойдем и все. Да там же тошки нет, я тебе не. Да мы. Не-не-не, ребят, едем за мной все по мосту. Да, я не пойду. Дай-ка я первый зайду, подожди. Да, обгоняй, ты все равно обгонь. А то если мы за тобой на мосту встанем, то все. Едем колонной, пацаны, не останавливаемся. Давайте нападем на них вот здесь. Захожу на них. Слушай. Давай, я копья все приму. А то они мне тогда. Еду там. Так, кого-то одного забрали здесь. Давай,
Сейчас я Левика бью. Левика забрал. А это не Левик. На базу возвращайтесь. Костя, на базу ко мне откатывайся. На базу, на базу. Вот он, видишь, у него потом уже. Это там не Левик? Это вот это не может быть Левик, я его быстро кто-то забрал. Давайте это, под крышу надо встать. Ой, нас двое отставы. Все, стоим на захвате, стоим. Не подпускай, чтобы этот, если выйдет. Сейчас как выйдет. Он как обычно, он у тебя как в прошлый раз сзади, наверное. Да, только я не успел, короче. Ты меня слышишь? Давай, я туда можно, ты туда можно. Ага. Ёпты. Отлично, давай его долби. Все, сейчас я ему накидаю. Да ты ему прям в кошку попал. Хорошая получилась у нас катка. 7-4-7-4, как у тебя роя? Тихо, ты не там мог. Он нет бы через голову у нас прыгнуть, да? Да. Он зашел по старинке. Он бы не сделал, все равно бы ничего, нас же двое осталось. Тем более ты-то с оружкой. Так, что, сына, ты все или что, или еще идет? Ну вот уже 132. Давайте за 200 зайдем. Жалко, с Левиками свой бой нельзя делать. Ага. Нам трава бы сделать свой бой Левиками. Ребят, смотрите внимательно. Короче, ночью мы это вода поймали. Да прям. Да прям, не ходить, что ж так. Я надо напасть на Левика и забрать колесного угнета. Люди, здрасте, да, снова. Тысячи извинений. Что-то мне это. Ничего, ничего. Отключили. Как раз сейчас Макс этот да, уйдет это. И тебя заберет. Короче, затащили тот бой или нет? Какой? Он вроде 2-1 был, да, нет? Затащили. Последний, да, все нормально. Сколько рейтинг сейчас? 132 рейтинг. Нормально, нормально. По чуть-чуть, видишь. Ладно, по... давай. Ты далеко не уходи, побудь здесь. Пошлите сюда, ребята. Да на шестеро. Ой, тогда чем не на поляну? Ну, не. Я здесь. Все. Да, да. Привет, привет, Эльмир, да, привет. Да. Сейчас тебя заберем и будем тоже 5 побед делать. Нападайте, помогайте, ребят, Левик у меня вот беспомощно. Вот где все? Где все? Я тут один. Почему я один, ребят? Понятно. Я же говорю, за мной поехали. Собираем колеса. Все, огник сдулся. Отлично, сынок. Давай, Лёва, заберем. Это он летающий Лёвик, смотрю, да? Я вижу, да. Ну и хорошо, хоть погоняемся, а то там вообще засиделись. Вот он, еще ховер остался. Как я не пойду в атаку, так кто-нибудь под ноги. Ну ничего, этот, тут видишь, такие бои быстрые, тут по любой запинул с собой. Сейчас уже заберу его. Все, забрал его. Я думаю, нам в жопу оказывается, мы вообще затащились. Сынок, давай так, вот этот бой доигрываешь и место уступаешь, потому что сейчас мама придет кричать на тебя будет. И если мы за 5 другим... минут успеем, значит второй еще будет. Сынок, давай другими тоже ребятам победу сделаем всем, чтобы честно было. Ты же 5 побед откатал? Ну посмотри сейчас, сколько тебе еще осталось. Костик, извиняюсь. Ну вы даете, ребят. Пошли по правой стороне, там по правой они идут. Чем мы там будем кругами ходить? Направо сразу идем и все. Вон они справа все, пошли. Я перевернулся, блин. Все, вот они, давай, нападем на них. Ну жди, тут я уже подобрал. Один и все. А вон один сзади остался, двое людей. Так, у меня почему-то потеряно соединение, но я это пока управляю, так что после этого боя перезайти надо будет на старт. Так, кого там? Все. Ну за костик чуть-чуть сдай назад. Давай, короче, на поляну становить. Давай. А то чувствую, сейчас нас выделают. Будем гоняться по одному за ним. Опа!
Алё, блин, сюда, зараза такая! Ты сюда, ты стреляй, болвана, ты всё! Лёд какой-то вообще прикольный, отвечай. Не, блин, аж бесит просто. Не туда, куда надо, стреляешь, что ты делаешь? Макс, извиняюсь, дай проехать. Падай вниз, падай, газуй вперед. Лёв, блин, не туда, куда надо, стреляет вечно. Да что ж ты, Лёв? Все, сына, меня сожгли вещами. Да, что, да, там супер. Доберешь его? Нет. Ну то светлячок был. На светляке он. Все-таки правильно была идея, Костик, на поляну ставить. Я предлагаю этот поехать на поляне, короче, так сначала быстро. Ребята, вы давайте тогда троем на поляну вставайте. Хотя нет, пошли, нападем на них. Они, видишь, они разделились. Один там, а двое. Ладно, там. Костик, ты тогда, да, Костик, ты захватывай поляну тогда. Пошли вот по левой стороне обойдем. На поляне они разберут нас со всех сторон, видишь? Ну хотя давай рискнем, попробуем. Да вы что? И не успел разобрать, мы быстрее захватим. Больше не сняли. Ну я Лёве хорошо их ему накидал. Но его мне, конечно, лучше. Блин, надо было артрашить их, не надо было стоять. Все, я поехал, короче. Или стоим еще? Стоим, тебя захватим. Я пустой, ребят. Осталось. Я без оружки. Давай, захват. И пердушка осталась. А, уже все. Блин, надо было рашить. Я его забью. Вытолкни его, вытолкни его. Напади на него, чтобы он ушел. Я пустой, ребят, я совсем пустой, без ничего. Чё там, блин? Чё-то вообще задница полная. Сейчас Лёвик вас разоберёт. Всё, Лёв меня сейчас заберёт. Давай, у него кабина горит, ребята. Ребята, у него кабина горит. По кабине, Макс, по... Да я стою! Ну ладно, ладно. Сынок, все, давай, место уступай. Сейчас я в гараж зайду. Ребят, надо заново пересобраться. Сейчас я перезапущу игру. Кто там лидер? Так, ладно, сейчас, бой поднимем. Так, все, поехали, прожимаемся. Так, Эльмир, смотри, едешь все время в режиме колес до схватки, а там уже по обстоятельствам, смотри. Капканы на Лёву на твоего не действуют, то есть капканы можешь на Лёву не кидать. Там хоть не действует, он все равно его массой сорвет. Да, по-любому. Они его даже стрелять не пытаются, капканы, понимаешь, вот в чем суть. Я вот сколько мимо капканов проезжаю, ни один меня не берет. Даже не стреляет капкан меня, понимаешь, вот в чем суть-то. Я на простом крафте проезжаю капканы. Так, я думаю, надо просто брать их ехать, кто у них Лев. Можем заехать толпой на Лева, пока они на нас развернутся, мы их заберем всех. Пошли по правой стороне, сразу на Лева залетим. У тебя крафт сколько, Эльмир, есть? 60 едет у тебя? Я что-то там, ну как у меня тоже медленно разгоняется, но потом есть. По правой стороне, по правой. Ох, извиняюсь. Сюда, ребят, сюда, направо. Не налево, направо. Куда, Эльмир, куда ты поехал? Эльмир, сюда, право здесь.
Так, подождите, ребят, или не нападет. Я помню здесь. Нападаем вот туда. Вот, а не приедет. Все, давай на Левика нападаем туда. Красный берем, двоем туда Лева. Сейчас я ему сзади разобьюсь. Отлично, Лева забрали. Красный, береги себя сейчас. Я держу гелик. Ну, у меня один по нацелу. Еду. Покажи крестиком, куда я. Чё, всё. Тут, да, еду. Пропусти. Извиняюсь. Нападаем на них, ребят. Все, давим их. Последнего завалим мы домой. Он где? Сейчас я его забил. Все, забрал. Мне. А для чего тебе? Послушай. Мне чай налей нормально, ты что? Я ж тебе за вафлями ходил, а ты мне чай налей. Давай. Направо, направо, ребят, сразу направо. Ой. Так, ладно, я гиду прожал. Только этот, сильно не едь, Андрюха, сильно вперед не едь. Смотри, как ты отношу. Сзади уже броню начинают снимать потихоньку. Че, едем на них? Вот там направо опять кто-то. Пошли по самому право. Лев где-то здесь, походу. Да ты что опять? Гелик. Так, после этого боя опять гараж один. Ребята, что такое? Вы где? Вы что напали на них? Ну правильно, может. Давай все, Левика. Я на Лева беру, ребят. Забираю Лева, пока вы держитесь. Сейчас их не валю, отберу. Да я его по любви перестреляю. Так, выбиваю с инвиза, кто-то у вас там инвизит. Он меня взять что ли пытается, что ли, не понял. Так. Левика забрали, все, давай дальше. Ховер. Давай, держи их пока, чтобы они не улетели. Они на базе крутятся. Сейчас я вот этого заберу, который тут криво валяется. Да хорош ты крутиться, иди сюда. Да давай, Лева, сюда. Вон тебе, он же, бля, пол. Смотри, как он хитрый, он просто бреет в НАТО и все. Давай зажмем его, помоги мне вот этого зажать, Лёвик, этого. Или мы налево. Гелик у меня в кабине прям, синий прям. Все, отстрелил. Отлично. Так, держимся, держим. Ну, вот геликов вначале забирали, ё-моё. Мы в первый раз так хорошо забрали, а второй что-то какие-то вредные. А стой, там второй горит, там второй горит. Далеко не отходи, я от тебя не буду отходить. Давай просто, слушай, это. Давай ничью сделаем. Ничью, да, сделаем. Отойди назад, в самый зад карты отходи, или ты там прячешься? Я прячусь здесь. Ладно, пускай они улетели. Они по-любому проверяют. Блин, там у гелика. Ой, это. У гелика есть гелик? Нет? Он горел. Так, у возле гелик, нас, да, кто-то в инвизе. Так, я зря. Я гиду рано прожал. Да сейчас я его выкурю, подожди. Он горел за обеими. Он реально горел. Он уходит. Ладно, я сейчас догоню его. Кто-то чайком балуется, да? Да это Макс мечает, блин. Все, мы выиграли. Давай! Выиграли, да. Короче, Лев за меня все сделал, да? Ну да, у него, в принципе, да. Он себя пока меньше. Я думаю, сейчас должны зайти в таким составом. Сейчас нормально получится. Давайте вы сейчас вообще в 100 зайдете. Ой, в 300 зайдете. Так, сейчас, ребятки, одну секунду я перезапущу. Я знаю, что думаю, у нас сейчас команда сильная. Если правильно играть, аккуратно, слаженно, то тогда получится зайти. Да, тут даже слаженность важнее. Давайте, да, тогда дефим. Мы их дефили с ними, я помню. Мими. Все, ребят, дефим, полный деф падаем.
забираем того, кто первый зайдет. Желательно тапочка. Давай еще это. Давай сейчас залезем на горку, давай. Не-не-не, вот здесь стоим, вот где стоим сейчас, вот тут и дэчим. Да, не надо. Если выманивать будут, вы не выходите. Вот здесь стоим, ребята, все. Сейчас по-любому. Просто это типа тактика. Подожди, здесь у нас против вот этих своя тактика. Сюда, ребят, сюда. Назад, назад, ребят, назад. Только не выманивайте. Сильвин, как можно дальше отходи. Они сейчас будут выезжать, мы им издалека так накидаем, что им мало не покажется. А вам... Вон едут, едут, все, стоим, ждем. Просто стоим. Они просто идут. Все, сейчас. Так, ребята, тапочки фокусят, помогайте, закройте меня. Давай, 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 Эльмин, Эльмин. Эльмин, забирай тапочку. Если меня ручку побреют, это все. Они базу закрутят, они базу. Ничего, крутят. Ничего, 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 пусть крутят. Мы все, сейчас. Не они не крутят базу, они там просто сами не знают, что делать. Давай, красава, отвлекай, отвлекай. А, клевку не посадите. Давай, сейчас надо Лёва забрать. Капец, они меня быстро побрели. Да еще не брели, что ты наговариваешь? Не в кабине, валяйся. Опа, сейчас, сейчас, сейчас. Да нет, я не хочу. Мне надо рашить их. Так, не заберем. Я такой же крафт хочу. Они справа пойдут, мы слева? Да, мы справа пойдем тоже. Идем сразу. Если они справа пойдут, да. Я справа? Да, мы справа. Если они справа будут. Надо, ребят, забрать этого. Сначала нам надо забрать Леву в любом случае. Пошел. Папа, чего у тебя такой кривой ливик? Папа, чего у тебя такой кривой? Нет, он там капец, ты кривострый. Так, тихо, 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 ты уйди, уйди, уйди оттуда, уйди. Ты что так первый-то идешь? Ты в конце уже. Ты в конце, как давай, вот этих забираем, помогайте. Извиняюсь. Давай, 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 короташа. Лёва, смотри. Я по левику мне, помогайте. Давай, пока он такой левик. Давай, 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 давай. Одна сосиска уже стоит. Сейчас, сейчас, сейчас. На-на-на-на-на. Ну, левик, кстати, уже умер. Меня бреют, помогайте. Быстро, быстро, быстро помогайте, она сейчас останется без меня. Я где-то даже не успеваю пусть. Забрал одну сосиску, у меня да вторая бреет, ребят, помогайте, где вы там есть. На-на-на-на-на-на-на-на. А ты попробуй, женец, побрей. Красный вот, красава. Ты его как-то вот так вот отвлек. Давай так же по правой стороне. Короче, Лёва я перестрелял. Один на один. Короче, я понял, сейчас нужно фокусить Лёву по кабине. Оружие не отстреливать, а только по кабине. Да, да, да. По праву. Я так и делаю, у меня лёг по любой. Так, сейчас по праву пойдем. А вот, да. Андрюха, Андрюха, не иди первый. Первый не иди. Сейчас либо я об тебя запнусь опять. Тогда ты будешь назад ехать. Это, иди сзади, короче, нас. Давай, заходим налево. Все, пацаны, заходим. Не успеешь, братан, выйти из-за места. Ребята, вы где? Ребята, вы где? Убери, убери. Все уже. У нас все тут искрит, братан. Давай, заберем вот этих тапочков, пока не тут. Да, братан, отходи. Давай. На, на. Блин, тапочки. Ух, красный, извини, пожалуйста, это я не чай. Да он зато сразу. О, давай, 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 прям в кабине. Пока держим, давай, в кабине. Сейчас Лёв меня заберет, ребят. Все, хана считай дело. Да что ты будешь? Ну, ребят, не знаю. Да мы зато их построим против него. Жарьте, жарьте его. Держите его так, давай. Он, по-моему, сгорел, нет? Нет. Оружку, оружку этот, Андрюха, оружку отстрели, мы прям побрею, Лёвик вообще кошаков боится. Все, инвиз, инвиз, нажми, о, красава. Давай по оружке ему, побрею его и все. Эльмин, пока живи, сейчас Андрюха его побреет. Да он давай, давай, брей его, брей, еще чуть-чуть. Вот. Да ну нафиг, что мы, два раза что ли выиграем? Держи, держи его. Вот, 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 нифига. Ну, пацаны, этот, вторжение режим, да, проверили?
Ну вот слушай, ну кстати, это сильная, это очень сильная пачка была, на самом деле. Это вот самые сильные, кто нам будет встречаться. Нет, стоять в гараж, перестраивай Левик. Неправильно собранный. Папа, все зависло. Блин, ребята, у меня зависло. Отмену нажмите быстренько, кто есть. Кто есть, кто как. Пели. Слушайте, давайте я полностью, подождите, компьютер перезагружу тогда, чтобы он отвис. А нет, подожди, я так не смогу. Тебя и выкинули. Кто не прожался? Да? Может тогда хотя бы 150 набьем? Ну, 100... Не, ну 150 то мы точно набивали. А ты хочешь оставить, да? В смысле, да, потому что что-то это, у тебя вообще интернет конкретно. Ну или компьютер что-то там. Ну да, комп-то нормальный, ты что? Сейчас, короче, давайте еще пойдем до 30, до потом пойдем на следующий день. Теперь только в субботу пойдем на следующий. Так, с пепелевкой. Ну, можете завтра, кстати, пойти, но я-то по вечерам не могу, вы сами без меня можете пойти, по идее, попробовать. Ну, у меня вечерняя начинается после 10. Че, пошли нападем на них? Ну, они сами еще раз не будут. Левик, кто у них был? Не посмотрел. Крушак, да, Левик был? Ну там, да, там все подряд. Он как бы не длинный, он такой скучный. Ну главное, что не длинный. Длинные Левики самые злые. Ты... Они дефит, понял. Не дефит, они там что, на базе. Ну все, поехали. Давайте заходим. Успевайте за мной? Подожди, говорят, нет. Чё? Я захожу, мне уже пора заходить. Чё? Вот классно, ты его подкинул. Да, только меня тут, блин, зажарили со всех сторон. Подожди меня, подожди меня. Помогай вот этого, чтобы не... Сейчас, я сейчас говорю, ребят, все, не выжил. Как так быстро? У меня пулемет. Меня спереди взял. Сейчас знаешь, как делаем? Зайдем с разных сторон на них, наверное. Да, это красный пришел со мной. Ну давайте. Эльмир, ты иди по центру, я пойду по самой левой стороне, а вы по правой. Да, потому что так правильнее будет. Потому что Эльмир пока по центру дойдет, я уже за это время по праву объеду. Ой, по лево, а вы по право. Только заходим разом, сразу не заходите на них. Не здесь. Так, за... Они этот, идут, едут в мою сторону. Сейчас мы... Так, его выбиваем. У меня кто-то здесь. Так, я... кто это? Да, какой-то лошок. Это собак. Давайте на Лёва, я сейчас этого добью и к вам подсплюсь. Чё там быстро как-то? Чё, забрал вас? Это Лёва. Ну, меня, да. Я понял, они за мной. Так, сейчас я Лёва бью. Короче, он меня забрал, но он там уже почти труп. Ты можешь его смело добить. У него оружки две всего, его скоро. Два арбитра у него. Вот эта гадина из пилилка, вот у них она все прям зарешала, смотри. Да, пускай. Да он даже если взорвется, ничего страшного. Ты главное это. Че, ты его на капкан что ли посадил? Да нет, капканы не берут его. Ну я и смотрю. Это и так рефлекс.
Ну да, ты можешь его смело ДС и того забрать. Третий раунд будет, это будет хорошо. О, ховер, ховер, бери, бери, бери. Блин, ну красава. Все, на базу встанете. Да. У нас самое главное сейчас успеть на базу встать. Да вот он. Все успел. Все успел. Смотри осторожно, чтобы он не накидал. Да у него канистра попалась. Короче, я за вот этим погнался ховером, так и не догнал его, потому что это там сзади начали все накидывать. Зря я нам было сразу заходить с вами. Так, ну одно, ну, скорее всего, аккуратно только. Интересно, они у него когда кончатся, эти канистры? Ну, это по-любому. Не прощат, нужно ходить и все. В сырную сторону. Или нет? Просто у меня... Да этот, у тебя 3000 хп еще. Нет, только в том, что у меня БК есть. А, причем она слабая. Вот он зашел. Ну что, можно уже, наверное, расслабиться или как? А, у него закончились, нет? Ну, я видимо, нет. А, нет. Эти не кончились. А что он тогда танковать-то стал? Да мне, в принципе, все равно. Там это за базу. Сдается, видимо. Отлично. Да, наверное. Да. Андрюха вылетел. Короче, тогда тем более рашим. Давайте пробуем, пробуем сначала Лёва. Поехали, осторожно как-нибудь зайдем на них. Куда? Ну сюда за мной эти. Они влево идут. А, нет, в. Так, нам надо на открытое. Пошли, знаешь, как сделаем? Пролетим на этот. На их... Да. Все, ребят. Офигеть. Вот это я не в шоке просто. Так он быстро сделал, а? Считанные секунды разобрал всю тупышку. Да. Да, бывает такое. Ну ладно. Что-то у меня вообще быстро разобрал. Я просто в шоке. Я в него даже не стрелял, он мне Левик на ховера взял в курс. Раз мне кажется, тебе кабина легко, мне кажется. Кабина там, видишь, для ружки стоит. Она же перка ружки дает. А что за кабина? Андрюха, Торено, Торено. Тореро, да. Мне кажется, она бесполезная. Нет, 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 она очень даже полезна. Она дает 20% точности любому вооружению. Поверь, это сильно важно. Я бы на твоем месте, я бы взял бы этого... Горбун взял бы на твоем месте, серьезно. Нет, нет, нет. Горбун, она даст только жнецам урота, больше никому, в принципе. А ну да, она же всему ради... тоже. Она всему дает урон. Нет, я пока на этой покатаю, мне что-то Торенко больше нравится. Я этот левик доделаю, потом попробуем какой-нибудь другой собрать. Я еще думал, чтобы другие кабины поставить, но видишь, а какие перк будут давать? Ну, горбуна тем более нет пока. Так, ты можешь продать Тореро. Торено, она улучшенная. Поехали, короче, ребят, прожимаемся, ясно. Красный, поехали. А, я что-то... А... Просто видишь, я же не всегда хожу с медленными, допустим, мы иногда очень быстро нападаем, понимаешь, у нее скорость тоже, а у этого не будет скорости такой. Важнее к врагу подъехать, это же быстрее, важно тоже. Ну, все-таки перк на точности мне не очень нравится. Причем. Вердилы. Надо нападать на них. Такой себе. Такой себе. Так, вот этого надо забрать и все, арбитры, которые там с Славой. Справа, 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 по центру едем. Ну, по центру, вернее, по ЖДшке. Там... Да,
Тапчик. Костя, ты где? Так, стой, стой, Лин, стой, ребята, отстали. Это Кости нету. Не иду, иду. Я подключал это. Давай, давай, пошли уже. На ЖД, мы на ЖДшке, догоняйте нас. Да я уже перебила. Блин. Лоскей надо. Нет, сразу. Давай, ты Лёва добьёшь? Не знаю. Нет, тапочек. Так, Лёв вот он. Лёв ушёл их. Он меня сейчас замочит. Держись, держись. Сейчас мы заберем паука тут. А, он ко мне, да, пошел? Так, извиняюсь. У меня... Что у меня осталось? Все, я его забрал. Сейчас, сейчас, сейчас еду. Нападаю себя. Он такой уже горит. Сейчас, да, доберем его сейчас. Все, готов. Быстро его. Да, это легкие ребята. Вот эти сложные были. Еще мы там втроем остались. Поехали сразу, ребят. Все загрузились. Да, Боря, я представляю, как ты устаешь от Макса. Да, бывает. Если я пару часов или три часа в день, даже если в день слышу. Кто ушел? Кто ушел туда? Ребят, я же говорю, по ЖД идем. Кто там один остался? Ну бывает так, ну а что делать? Сын же все-таки родной мой. Ну да. Я сколько пытаюсь. Так, я с Левиком бодаюсь. Сейчас Лева заберу, помогу, держитесь пока. Ох, ничего себе, я тебя покатал чуть-чуть, Костик, извиняюсь. Есть такое. Хорошо, чтобы я на тебе не застрял, а то на ручку бы не стрелял. Да. Так, тапочка поднял второго ховера тоже. Я не успеваю просто. Потому что тебе надо в режиме колес все время быть. Да вон он уже отгрызок брает. Извини, пожалуйста, сейчас я проеду. Возьми на перерез его, Эльмир. А, ну, Костик его уже забрал все. Я даже доехать не успел. Стараемся. Давайте по ЖДшке сразу рванем. Они вообще какие-то не лошки совсем. Ой, блин, у меня баги под брюхом. Так это была слип-пачка, по-моему. Ну, наверное. Я баги не снял. Мамонт. Мамонт, ладно, фикси мамонт. Это что, это Левик, да, такой? Надо забирать их, что-то, по-моему, вообще не ложки совсем. Них ничего опасного нет. Ну и поехали быстро заберем их, да, и все. Ладно, я пробую забрать мамонта, попробую. Давай. А, ты хочешь с ним посоревноваться? Но я сколько стрелял, я мамонта не могу перестрелять же цели. Не, он по-любому этот его смогу, потому что просто получится. Там как бы прицельный огонь там делать сложно, поэтому он не вряд ли отобьет ничего. Эй, быстрее бы обнову насунули, уже хочется на хороших петлях кататься. А ну, там, блин, я тоже надеюсь на... Пошли сразу на них, ребят, нападем. Меня подождите, не заходите. Ну поздно уже, заходите, ладно, чё. Давайте, артиллерия подошла. Красный, извини, пожалуйста, это я нечаянно сделал. Я кончил-то. Сейчас заберем их.
Сейчас также заедем и заберем. Что-то они совсем хрупкие. Да и Лёвик у них не очень страшно. Да. Да нет, это такие совсем новички. Я не знаю, почему их на нас скинул. Ну, наверное, потому что мы жесть. Наверное. Ладно, это что-то обидно, мне кажется. Просто нам кидало много кланов сегодня, которые, как я вид, как я понял, они там сюда, ребят, сюда, все на горку. Которые далеко не из жести. Ой-ой-ой. Так, короче, я Левика забрал, сейчас на второй круг зайду. У меня ружки мало, так что старайтесь хорошо играть. Я побил маму. Сейчас. Я думал, они хоть победят в этом раунде. Я не знаю, вот мамонту был вообще абсолютно все равно, такой типа, я ему стреляю по пушкам свою. Он просто типа пустые такой, просто такой. Да мамонта тяжело же сами взять, я сколько раз пытался, это очень тяжело. Все игрок только не опытный. Да. Нелегко. Если с Авророй с жнецами на него зайти, и то вряд ли. Опять эта карта нехорошая, блин. Да шнилки бы прочность мамонта. Спилить Лёва, сразу бить его. Да. Короче, давайте так, поехали налево сразу за ними. На базу сразу не пойдем. Не разделяйтесь, старайтесь одну цель взять и добить ее. Так, поехали налево. Сейчас, короче, один из вас должен обойти их быстренько. И взять испелителя. Ну давай, красный, тогда ты обходи. По ситуации смотри. Давай испелителя. Ты сразу не лезь. Вообще лучше Лёва забирать. Обойти. Давайте Лёва заберем. Только не разделяйтесь, все сюда, ребят, не разделяйтесь. Ох ты, ты чё ж так поехал-то, я думаю, тебе место уступил. Так, ребята, осторожно. Я думал, они все слева, а они все вон, они справа. Пошлите, по их стороне догоним их. А, у вас ничего. Так, я кого-то бить сейчас уже буду. Так, кого-то я стреляю. О, я сейчас Лёва нападу, подожди. Давай, утопи его. Ой, меня-то не надо топить, ё-моё. У меня крафт как первый. Да не страшно, не очкуй. Ну да, он их не лёг, до сих пор жив. Да то он сейчас умрёт. Да, сейчас я ещё. Главное глыбок. Так, я, короче, его забрал. Давайте забираем остальных. Сейчас, Люмин, держись, я тебе помогу. Он сидит, да? Да, Выбиваю. Назад. Извиняюсь. Короче, надо этого испепелилку, он прям меня бесит вообще. Ну почему-то лёг капкан и только так отстреливает. Ну все, братан. Не иди, ты на базу. На базе стойте, не уходите на базу. А, нас тут разберут, ребята. На базе стойте. Ой, больно в ноги, больно. Стойте, сейчас я заберу. Не. Все, забрал. Удачно зашел. Нет, уж. Лёв хороший у них. Разобрал быстрее его.
Хорошего забрал. Не, ну он тоже сильный. Просто он как-то. Я зашел на него вообще в зад самый, прикинь. Он даже не ожидал, я ему сзади все разбил, потом спереди захожу, где уже нормально. Давайте также сзади их догоним, смотри, вон они на базу идут по своей стороне. Так, забираем их. Ребята, помогайте вот где. Да, Лёв, пожалуйста, Лёв, вонючий, сюда, сволочь, сюда, ты чё, блин, а? Лёв, сюда, пожалуйста. Как я ненавижу, когда он на кого-то одну цель берет, он потом ни за что не берет. Там рядом другая опасная цель, нет он. Вот опять, ну что ты, да оставь ты этих ховеров несчастных, блин, лучше бы Лёва стрелял. Пока, вот смотри, что происходит, пока... Ненавижу. Ненавижу, когда Лёве так, ребят, а. Так, короче, смотрите, сейчас идем в середину, идем в середину. Сейчас мы Левика заберем. Давай, подожди. Давай, Коста! Серьезно, в середину. А, у реки вообще не видеть, у реки. Тем более, когда у них гелик. Так. Так, давай, сейчас я их догоню с той стороны. Одного забрал. Так, так, второго забрал. Где он? Вон сзади, сзади, справа, сзади, справа. Вижу, вижу, вижу его. Разворачивался. Под мост он ушел. Да. Это этот Эльмир, осторожно, смотри, это есть пепелилка. Все, забрал я. Нам еще дождь эти 2000. Сзади рама голая. Ну там рамы, видишь, тяжелые специально стоят, чтобы их не пробили никак. У меня раньше рамы возле кабины всегда отваливались, и Левик просто пополам. Ну вон 152. Я всегда из тяжелых стараюсь делать. У нас рекорд был 151, блин. Сейчас 152. Да не, сейчас вообще хорошо получается. Давайте сейчас добраться. Эльмир зашел на все. Ой-ой, это что за Левик? Блин, вроде дальше поднимаемся, они такие уж сильные. А нет, вот он. Ну, Левик так себе. Блин, надо прорашивать их конкретно. Знаете что, смотрите, если они пойдут направо, мы можем спрыгнуть с балкона все толпой. Если они направо пойдут, ну на горку, если они встанут, короче, мы с балкона прыгаем. У нас пауки не могут прыгать с балкона. Ты-то можешь, ты-то можешь. Тогда мы пойдем на ихнюю базу. А нет, нет, давай лучше на них нападем. Папа, что ты этот не себе не предназначишь для геликов? Да он вообще мне не нужен, я думаю, снять его. Я тогда с балкона прыгаю, вот это не Не-не-не-не-не-не. Все, заходим по левой стороне. По левой, сразу по левой заходим. Все, понял. Давай, Костик, понял. Заходи быстрее. Ребята, надо толпой заходить. Все, заходим. Быстрее помогайте, чтобы меня не фокусили. Пацаны, помогайте. Прекрасная красава вообще вылетела хорошо. Я создался 3 секунды. Вот у них Лёв, это что за космический корабль? Вот это жирнейший. А сейчас нам будут вот такие левики, пушкари все время попадаться. Лошки, короче. Да, убери ты свою гиду. Ребят, все, это бой проиграет, что ли. А здесь сейчас еще. Короче, придет. Они меня просто побрили, вот этот тапочек побрил и все. Да сейчас здесь придет, тут все порешает. Понял, на Леву, короче, не кидаем. Не-не-не, наоборот. Тапочка тоже. Я Леву. Да, Лева у них какой-то, я не знаю, вообще у них мешковый Лева, блин. Я тебе отвечаю, я бы его пробил, если бы меня ружку не пробили. Да все, давай я про... А, деф у них, да. Короче, знаешь, вот этот момент я много раз проходил. Тут-то важно, знаете, еще важно разом зайти толпой. Просто я сейчас немножко раньше вас зашел. Сейчас я теперь подожду. Они опять упадут в деф сейчас. Пошли, зайдем на них также. Только надо толпой. Даже, знаете как, вы заходите по короткой, а я зайду по самой дальней стороне, чтобы я раньше вас все равно же обгонял.
Ой, как каракатицы. Только все равно раньше меня не заходите. Давайте лучше толпой зайдем, я просто за вами поеду. А красный в самом сзади, чтобы мы карпканы все порвали. Короче, сейчас самое главное, сейчас мы должны дойти в барьер, должны дойти. Сделался, у тебя капканы рвут? В смысле рвут? Ну я забываю, Эльмин. Эльмин. Так, что, готовы все заходить? Спрыгивай! Пошли, Костик. Да поехали уже, ты что накидай? Все, заходим, ребята. Это шайдан машина. Заходите, давайте, заходим, ребят. Ой, валим. Ой, мне экран нравится. Давай, красный. Давай, я ему Леву прям капитально ему накидал. 10 тысяч ты ему вкинул, офигеть! Да больше уже 10 тысяч урона, это что? На, Левика просто в хлам размотал. Сосиску. Да, сбрось ты его. Тихо побирает. Да, ну все. Отлично, ребят, вообще отлично зашли. Ты видел, сколько ты Левику вкинул? Около 15 тысяч хп. Че у тебя за шок такой? Вот сейчас хорошо. Давайте так, на деф-пачку вот так и будем заходить. Все отлично получилось. Давайте сейчас ты в 100, в 200 зайдите или даже больше. В серебро зайдите. Я надеюсь, что получится. Если в бронзу зайдете, вы больше не будете сливать, не пойдете? Да. Вы не пойдете? Только ты стопанулся зря. Чё? Не, ну я хотел накидать. Костик, заходим, прыгаем, просто прыгаем, ребят, все. Да. Не тупим, не тормозим. Калингара, да. Калёйка. Они еще и в пути стоят. Ой-ой-ой-ой-ой, вот теперь больно. А, вот где зря делать? На тебе прям хай. Нет, или мне надо было, чтобы ты раньше зашел. Ты видишь, ты за. Да. Я это видел. Короче, будет сейчас третий раунд. Нет, потому что будет. Видишь, пока. Не будет. Не будет. Ну ладно. Видишь, так пока они на вас агрятся, я за это время успеваю столько много им урона вкинуть, что просто кошмар какой-то. Ё, сколько у тебя нашивок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ё. Да ладно, сейчас зайдем. 42. По крайней мере, мы уже такой рейтинг большой удерживаем. Погоди, я не готов. Сейчас баки скину. Давай. Да будет энергия. Бой с Костиком нажмите. Все, готов. Поехали. Готов, взрывоопасная смесь получается. Ну, я вообще... На тапочке-то там по барабану было. Не, баки не надо. На тапочке у меня Гена держался. Я знаю, что в КВ можно бензин вытаскивать, но это плохое дело в КВ бензин. В КВ надо так. Издевательство над командой. Да, это все-таки командная игра, да, а не фарм. Фарм в рандоме. Ваша там карта. Ой, блин. Ой, это что такое? Ой. А, вы знали то, что почки ломают? Да, короче, вам ползай, взрывайтесь. Давайте назад откатимся как можно дальше и все. И дефить будем, они по любой прилетят. Просто назад откатываемся вот в самый зад карты и все. О, это клан опен, я помню, я даже ты был в нем. Сильный? Не, это серьезный клан. Я серьезный. Какой у них рейтинг? Ну, они по-любому бронзовые. Капец, красный. Ну, вот я тебе говорю, смотри, кого нам попадает. Так, Эльмин, ты чуть к центру уйди, чуть-чуть, вот, да, вот так, чтобы ясно. Только смотри, осторожно. Я под... Стоим вот здесь, ждем, они сейчас придут по-любой. Это крушаки, это не тапочки, мы им реально накидаем сильно. Я думаю, если Лев первый залетит, то лучше брать его, товарищ. Так, они сейчас идут последние. Сейчас светляк летит.
Он летит. Вы на визе, вы на визе. Выбиваю, рядом кто-то. Давай на топ-кан. Так, крушак у меня. А чё они все на него? Ой, елочки, иголочки. У меня ещё нет. Что тут творится? Меня зажали просто и всё. Держи, 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 сейчас заберем. Давайте пока Лёв их не Лёв, а не выпустит. Лёв, пожалуйста, Лёв, сюда стреляй. А Лёву эту цель забрали. Ой. Видали. Давай! Так его! Красный неховина горит, жали! Ладно, сейчас они еще раз залетят, мы их заберем. Где вышли? Ничего себе! Взорвались все, ты один остался. Да, мне вообще видно, что вас. Так, дефим по новой и бьем первого Левика. Ты бы его вытащил, если бы у тебя сзади и спереди не стоял. Ты просто как капкан кидаешься. Так, давайте стоим. Все, базу, дефим, дефим, базу. Не-не-не, красные, осторожно. Они с той стороны. Красные опасны, не иди никуда. Они справа будут, где-то. Да-да, лучше к нам откатись назад. Опасные. Вон они уже едут, быстрее-быстрее откатывайся. Гусеница самая правая. Лёв летит первый, забирайте его. Да это не Лёв, ты не врёшь. Да там Лёв залетал. Один сейчас. Выбиваем. Так, не перекрывай. Привет. Ой, Лёвик летит. Ребят, давайте, Лёв, у меня. Помогайте быстро. Ой-ой-ой, это надо просто нас. Вы страшно. Мы говорим. Ой, ну что горит? Пукан горит. Пап, пукан горит. Пукан горит. Ну блин, я его убил как мог. Меня, меня не Лёв забрал, меня дробовод сейчас забрал. Нет, не Лёв. Дробовод сзади расстрелялся. Папа, чего у тебя так пукан горел? Сына, приличные слова говоришь? Да, я сразу. Папа, ну что мне рейтинг? Ты сейчас получить хочешь, сына, или что? Ты мне опять в клавиатуру везде лезешь. Уйди, пожалуйста, по-хорошему. Я тебе так поиграть дал сегодня. Все. Нет, не дал. Два часа не дал. Ничего, ребят, ничего. Сегодня, по крайней мере, главное сейчас вот ниже не слить, а в субботу попробуем поднять еще. Да, серьезно, ребят, попались. Но я думаю, был все равно шанс разобрать. Что? Блин, ну вот этих должны забрать, по любой должны улучшать. Сверчок злой. Поехали по праву, нападем на них. Опа, я выпал. Я выпал. Пошли все равно по праву, пошли, не дефить не будем, поехали. Я прям сразу в ангар выпал. Ну ладно, что ты хотел. Давайте по самой правой стороне вот здесь пойдем сюда, ребят. Красный, успеваешь уже? Так, да, вон они толпой идут, ребят. Давайте. У меня 100 километров. Быстро заходим. У меня Лёва здесь, у меня Лёва. Держи, держи, сейчас я этих заберу. Заменяй собака. Сейчас, сейчас. Ой. Сейчас. Понимаешь, я не всегда могу Лёвиком управлять. Я понял. Короче, давай в деф упадем. Пускай они доедут. Здесь мы сейчас ничего не сделаем. Разберут просто. Я пока заплачу. Ну, ничего страшного. Блин, обидно. Что сейчас? Давай дефим тогда просто. Тут не надо. Тут война за огонь, я быстро заплачу. Хотя да, все.
Да мы уже сейчас бой закончим второй, я думаю. Ты пока не заходи лучше в рейд. А то там 19 минут осталось, будет максимум еще один раз и все. Знаешь, было бы хорошим, чтобы... Короче, пошли быстрый бой сделаем, не надо сейчас дефить, а то сейчас не успеем еще. Хотя вон они идут, идут, тормозим, тормозим назад. Левик заехал, красный, отходи. Ну, давай. Я его отвлек. Я видел. Забрали. Давай, давай, Тошика забираем. Все, Виктор. Давай, должны из этого сверчка первого стрелять. Левик, тупо не туда. Сзади вот этого забери сначала. Вижу, вижу. Переберу. Давай по сверчку работаем. Сейчас. Оружки мало, но зато самое мощное. Держись, главное останься в живых, потому что у меня уже лег все. Я живее всех живых, ты че? Добивай его уже. У меня лег не управляется вообще. Да управляется. Ну слушай, я думаю, есть. Давай сейчас дефим также. Левика забрали ихнего, повезло нам. А сейчас, короче, как раз смотри. Зайдешь в гаражи, ближе к середине. И ждешь, когда они взлетят, ты зайдешь сзади. Понял? Давай попробуем. Только они не зайдут по левой. И теперь будут петь не катать. Ну покрутись попробуй еще. Ах! Зря поражал. А, не стоят. Пошли тогда. А, лёв вон, скрафы. Они выманивают, чтобы мы вышли. Так, у кишки один эти стоит. Сейчас, подожди-ка, еду. Дай-ка я в кишку проеду и заберу его. Это Лев, Лев в кишке стоит, Лев. Пошли за мной в кишку, а то они тебя сейчас заберут. Отойди, отойди, красный. Иди к нам. Так, он уже ушел из кишки. А, вон. Разворот на 360. Две братаны. Давай, Лёва, бьём. Лёв, 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 сюда, сюда, Лёв. А кто мне сломал ногу? Лёв, сюда. Немного сломал. Он выманивал, выманивал. Он постукнулся, стукнулся. Всё, считаешь, что ты. Да, светлячки, конечно, стили мне жарят. О, я его победил. Ну, Лёв, сюда, Лёв, сюда, родной, пожалуйста, слезь. Бери, бери кабину, бери кабину. Братан, нельзя, нельзя в кабину. Давай, иди, иди, давай, иди, давай. О, красава, тоже. Давай, надо это, вперед, вперед, вперед. Я газую, газую. Ой, да ты чё дрыгт? Ух, 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 втроем, ребят, мы их затащили. Быстро в бой прожимаемся, сейчас я Костика заберу. Костик, в гараж заходи быстро, быстро. А, все, ребят, все. А хотя подожди, давай попробуем. Сейчас, Костик, да быстро. Еще много времени, папа. Костик, принимай быстро, быстро. Давай, есть что-то вы есть. Костик, принимай быстрее, готов, нажми. Да еще как оно? Прожмитесь заново, ребят, заново. Прожмитесь, готов. Эльмир, прожмись, готов. Эльмин, не Эльмир.
Не макароны, а Эльмир. Эльмир, быстрее, быстрее, готов, нажми. Алло, Эльмир. Напиши ему, напиши, пиши. Пиши, а чё? Всё, снова. А то ещё бомбанулся. Капец, вы втроём их порвали. Ну, это, конечно, бой жёсткий был. Я там чуть не бомбанул. Я петарда была. Повезло, что просто я пока Лёвика бил, никто не мешал. Вот ты, что за тушек? Ой, жёсткий у них. Ладно, зато нас четверо, чё? Там да дэм, да, каркай. Пачка будет? Не каркай. Это ХЗ. Это атака. Давай тогда нападем на них. Пошли по правой стороне сразу. По самой правой, наверное, идем туда быстро-быстро и все. Ты мне вовремя подсказал, что гиду прожать. Я уже в таком бою запарился. Да ты просто там дин-дин-дин-дин-дин-дин. Так, Эльмир, успеваешь? Я за те. А, у них деф, серьезно? Они стоят. Они вон накидали этих, смотри. Чего-то там накидали. А что это? Или это просто бочки? Не, это валяется просто. Давайте, быстро-быстро, заходите. На Лёва, все на него. Это кто меня так снял, всю оружку? Короче, здесь Лёва. Да я стреляю, меня побрили, пацаны, я полуживой. Все, считай, труп. Нет, я труп. Тошек меня подбрил, зараза. Я пустой, ребят, вообще. Да не пустой ты. А там одна оружка осталась. Как так, а? Зевс, бегай. Короче, издалека мы их не. Издалека мы их не возьмем, ребят, это точно. Надо рашить, короче, еще раз. Только вы должны раньше меня зайти. Потому что, видишь, смотри, я, короче, Лёва стал стрелять, меня не Лёва побрил, меня кто-то побрил из них сильно сзади. Да нет, это какая-то пушка, тебя прям видно, что... Давай ты это, давайте мы... Давай ты зайдёшь первым, а потом... Ой, мы первым зайдём, а ты потом... Да, я прям сходу за вами, да. Тогда можем пойти посередине, Давай посредине. Не, посредине накидает много. Они сейчас опять в закуток спрячутся справа вот так. У нас хоть какой-то будет шанс зайти на них. Ага. Вы прям на Лёва сразу, все толпой, прямо на него. Стреляйте в него, что есть мощь. Давайте влетаем. Так, что, заходим, справа, нет, справа. Заходим? Все, давай, заходим, давай. Йо-йо-йо. Дождик проливной, нифига не попадает. Хорошо зашли, сейчас все накидаем нормально. Короче, что-то, блин, он не понял. У него Лёва еще бронирован. Знаешь, что произошло? Пока я Лёва стрелял, ко мне подошел Тошек и начал сзади стрелять. У меня половина пушек на него повернулись. Давай быстро в бой еще Так, ребят, у нас сейчас 133 рейтинг. Давайте победу сделаем. 7 минут осталось. До конца КВ 7 минут. Короче, давайте, если будет так, то один должен прикрывать, короче, Бориса должен прикрывать. Да, один кто-то. Ну хотя, блин, ну, из прикрывать кто будет? Костик, ты тогда мясом будешь.
получается. Я не успею с тобой, скорее всего, нужен кто-то быстрый. Либо Костя. Нет, Костя лучше пусть назовет налетает. Ну это, по-моему, вот это такие, их можно взять. Крушаков надо, нет, ребят. Нет, мы их против них попадались, я Эльмин, помню. Забирай первого крушака, прямо первого крушака забирай вообще с приоритетом. Окей, попробуем. Потому что если он меня бобреет, это все, считай, закончилось. А так я хоть какой-то бы шанс их забрать. Я думаю, этих должны взять. Я думаю, знаете, ребят, даже если сильные будут попадаться, не надо расстраиваться. Против них, во-первых, интересно играть. А во-вторых, этот, все равно будут ложков больше попадаться, чем хороших. И мы, если будем хорошо слаженно играть, бронзу по-любому зайдем. Ладно, подлечи, Юрий. А? Ладно, подлечи, Юрий. Костя, мясо, иди быстрее. А тут, а знаешь, тут у людей, тут люди, видишь, больше взрослых этот, играют в красаву. Костя, быстро проезжай, я уже спотыкаюсь об тебя сильно. Меня давай, Костик, заберем его. Все, Костик, забираем. Зря пошел злобежник. Да подожди, подожди. Так, одного мы кого-то забрали. Я загрушал. Крушака забрали. Отлично, отлично. Давай, догоняй его. Я отвлекаю Лёву. Эхо, братан! Лёва, где там у них? Он у меня, он у меня. Пусть мы сейчас ховера нехорошего заберем. Ты где сейчас? Он у меня. А, все. А, он у моста, он у моста. Да я уже бью его у вас. Давай, давай, Костик, долби, долби. Вот так, ты меня пробуешь. А теперь, короче, это, Костя, не лезь. Уйди от циклона, уйди от циклона. Уйди от него. Потихоньку сейчас пробились, на базу лучше. На базу, на мазку. По мазку проедь на базу. Да, да. Уже какая база уже завалили. 2800. Никто даже 1000 не набрал. Хорошо, мы с тобой пошли, Костик, вместе. Только я от тебя спотыкался постоянно. Слушай, у меня вопрос. У меня такой вопрос. У тебя мотор какой стоит? Гепард. Мотор турбовый. Нет, как, нет, сейчас. Как называется? Исполин? А, сейчас. Сейчас посмотрю. Короче, мотор. Турбовый мотор. Беркут надо мотор ставить тебе. Чтобы гусеницы. Так а у него шейки. Я понял, что надо беркут ставить. У меня по весу беркут вылетает. Все равно его как-нибудь ставь. Он тоже хороший мотор. Нападаем, ребят, сюда, вы где? Куда? Я его продал, давай, чтобы построить. Нет, нет, он гусеницам и шнеком добавляет 10 км в час. Я скорость. Знаю, я знаю. Так, ребят, Лёх у меня, Лёх. Надо еще на него поднимать. Хороший у них Лёх. Так, я его поддел, держу. Давай, забираем Лёва. Доберете его? Да, и крушака, крушака. Так, да. Крушака надо, меня крушать. Да, да, заберем. Берем. Помогайте мне теперь быстрее тогда. Эльмин, паука и крушака смени с меня, пожалуйста. Все, меня побрили, я не успел. Я еще не... Давай, давай, Костик, давай, ой, забирай. Ой, что за... На, гори, тварь! Так, одного сняли, скорб остался. Опять скорб? А, еще и мамонт. Сзади мамонт. Ты одного расстался. Я похудел, меня капкан держит. Так, ребят, у меня оружки почти не осталось. Да одна осталась. У меня что? Только... Вас двое. Да у меня Аврора осталась, вас... все. Вас двое. Короче, я пробую скорпа забрать, не знаю, как это будет получаться. Все, я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет! Бачку мама с облачком! Куда он едет, а? Ну, сейчас еще землю отдаю, Аврора, забей. Давай, скорпы. Дайте сюда! Дай мне тебя погрею. Ой, заряд там какой-то. Ой, круто. У меня кабина осталась. А я, короче, всё. Тоже никакой. Кончилось оружие. Ладно, давай, прожимаемся, короче, следующий бой быстрее пойдем. Давай, прожимайся, Эльмин, все равно. У них один вылетел, ребят, у них вылетел один. Сейчас мы их заберем. На моем записи. Так, у них вылетел один, давайте сразу на них идем.
Короче, ребят, вы на скорпа никто не идите. Давайте этих заберем, потом я скорпа сам заберу. У них не очень скорп метки. То есть у меня одну аврору как долго отстреливал. Сейчас самое главное, короче, идем вместе. Идем. Да-да-да. Не разделяемся. Костик, подожди. Все, едем. Костик, ну куда ты? Ты меня прям в тупик. Ну ты меня завернул. Он меня не поворачивает. Так, ребят, на меня напал крушак. Бей его, бей. Ирвин, забери крушака. Быстрее, 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 ломаем. Быстрее его забирай. Давай! Жги его, отлично. На! Всё, красава. Умри! Красава, ребят. Ой, елочки, иголочки. Сейчас я застрял тут, блин, не могу сюда. Иголочки, елочки, сережки улетят. Все, выехал наконец-то, ё-моё. Капец. Да, иди без свободу. Давай, давай, я сейчас за скорпом пошел тогда. Да, по-моему, все, скорпа жопа. Скорпа забрал. Что-то у меня скорпу быстро получается. На. Давайте быстро в бой еще жмем, если есть. Одна минута осталась. Было. Одна минута осталась. Откуда ты знаешь? Он в 59 заканчивается. Давайте тогда быстро. В бой жмем. Посмотри, смотри, сколько. Быстро, готов, нажмите. Минутка, готов, минутка. Готов, все, нажмите, готов. Все. Оно нажато, готов. 50 секунд, давайте, если сейчас закинет, будет круто. Давай. 45 секунд осталось. До конца. Вот мы ненасытные, да? Нет, чтобы 142 рейтинг оставить, полюбоваться сегодня. Нет, нам в бой нам. На нафиг, уехи. Блин, все, ништяк. Уехи бой успели. 20 зарабатывать. Ну это обычный. Ох, вы вот этого мы брали, помню. Короче, была бешенька, у вас. Фишка еще одна сейчас. По-любому. Так, это раз. Пошли сразу по правой стороне тогда. Хотя нет, здесь лучше по левой пойти. Лишь на правой там запнуться много вообще можно. Поехали по левой стороне. А они как раз по правой пойдут, я так думаю. И там встретимся. Да, давайте сюда. На левой стороне смотри, какой разбег большой, хороший. Так, ребят, главное, чтобы тапочки меня не побрили, все. Ну и Лёва тоже. Ладно, значит, ты сзади будешь, значит. Да. Только на базу не вставай. Сюда идем по левой стороне. А они все на базу, смотрите. Они там идут. Все, разворачиваемся, сейчас они бегут. Разворачиваемся на них, ребята. Они обижают, да. Вот так! Опа! Полицай, пулицай, тренабиля, бурадин. Да, братан, тебе 3 секунды. Ух ты! Тапочка была на обмануть, перепрыгнуть и все. Меня тапок бреет. Там лёвик едет. Ирмин, извиняюсь. Кого-то забрали. Да, их двое уже осталось. Тапочков ты разделишь, они слабенькие потом снимаются. Ну, красный дождево забрал. Двоих-то. Красава. Уи. Я вовремя успел развернуться от тапочков и через них просто проскочил через верх. Ты да, вы сейчас сразу направо, пошли направо. Уж у вас там разбег хороший. Да, где разбег хороший, там вообще хорошо. На этой карте только здесь есть разбег, направо, если брать. И на базу вообще не надо. Тут база крайне. Так, куда они идут? Они давайте идут. Проскочим быстро здесь. Так, он отлёв здесь, он отлёв. Я бью его. Ух ты, Лёвик! Там не два. Как Таня? Держи, я разобьём их, это ложки. Я даже гиду еще не прожил. Это, мне же не ты сбили. Просто держи, сейчас я выйду, я просто застрял, ребят, извиняюсь. А
Левик пришел, всем сейчас пойдет жопу надирать. Вот так, да? За три минуты вы их порвали. Вы их за три минуты порвали. Ну что, ребят, смотрите, у нас получилось до конца КВ рейтинг удержать. Это уже хорошо же. Что там, давай посмотрим. Кончилось, ребят, все. Молодец, 52. 50 ровно прям. Полтышок сделали. Ну, можем в субботу попробовать аккуратнее поиграть. Думаю, должно получиться. Таблица лидеров, посмотрите. Я подставляться уже не буду, как в те выходные.